прошло еще 2 дня. Наконец Виктор проснулся. «Герман, ты снова спас меня». Виктор со слабым взглядом открыл глаза и почувствовал, что его раны и травмы зажили. «Это ничто. Это всего лишь небольшая проблема». Элли покачал головой. «У него не было недостатка в этих волшебных зельях. Кроме того, я слышал, что вы взяли на себя инициативу отвлечь нежить из первого круга. Ты действительно смелый». «Ой», — поддразнил Элли, даже не упоминая об этом. Виктор возмутился, когда услышал это. «На самом деле этот Джина заставил меня пойти. Он даже использовал мясистый цветок как угрозу, прежде чем я неохотно согласился». «Привет, Джина вернулся?» «Он принес мясистый цветок?» Внезапно он что-то понял и спросил Элли. «Вот, твой мясистый цветок». Элли улыбнулся и пошел в другую комнату, чтобы взять деревянную коробку с цветами и передать ее Виктору. Поскольку Виктор был еще жив, было естественно вернуть его первоначальному владельцу. Виктор глубоко вздохнул, глядя на мясистый цветок в коробке. Он сразу уже был озадачен. «Джина действительно дал это тебе? Я думал, что он будет держать это при себе». «Ну, на самом деле все прошло довольно хорошо. Но он по-прежнему ужасный человек, раз заставляет тебя заманивать нежить первого круга». Элли подумал о том, как он убил Джина пощечиной, так что это следует считать успехом. «Это так?» Виктор был удивлен. «Это отличалось от того Джина, которого он знал». «Тогда как ты сбежал?» Элли сменил тему. «Меня преследовала нежить. Я был готов умереть, но вдруг добежал до выхода и выбежал. После этого нежить не стала преследовать меня и побежала в другом направлении». Виктор вспомнил кошмарные воспоминания. «Просто так?» Элли был удивлен. «Похоже, Виктору очень повезло. Я тоже почти закончил. Я тогда уйду». Виктор не хотел беспокоить Элли, как в прошлый раз. «Да». Глядя, как Виктор уходит, Элли не стал его останавливать. «Элли, спасибо, что помог мне позаботиться о цветке». Внезапно Виктор обернулся и поблагодарил его. «Я просто делаю то, что должен делать», — ответил Элли с улыбкой. Через 3 дня кто-то внезапно постучал в дверь Элли, и это был Виктор. «Элли, что-то случилось?» «Джина мертв», — недоверчиво сказал Виктор. «Мертв? Как он умер?» Элли тоже был очень удивлен. «Я не знаю. Прошлой ночью друзья Джина пошли его искать. Они не только не узнали, куда делся Джина, но и узнали, что все его рабы души мертвы. Значит, он должен быть мертв». Виктор тяжело задышал и радостно сказал. «Какая жалость. Они узнали, кто его убил?» — снова спросил Элли. «Нет, они обыскали всю местность и, наконец, нашли какие-то следы в долине, но убийца слишком чисто вычистил место и не имел никаких зацепок». «Очень жаль», — он вздохнул. «Действительно жаль», — Элли согласно кивнул. «Просто так погиб колдун первого круга. Никто даже не знал, кто его убил». «Какая жалость». Известие о смерти Джина быстро исчезло с течением времени. После того, как внук Виктора получил волшебные камни Виктора, он успешно прошел в первый круг. Виктор тоже вернулся к своим ленивым дням, но Элли был немного занят. Будь то высокоточные приборы наблюдения или знания колдовства, все они снова наполнили жизнь Элли сюрпризами. Месяц спустя, в лаборатории, Элли осторожно вынул кристалл из ожерелья духа, затем вложил его в другую серьгу, на которой были вырезаны руны, и начал собирать ее. Вскоре родилось еще одно магическое оружие. Внешний вид этого волшебного инструмента имел форму серьги с 3 маленькими кругами, окружающими драгоценный камень в центре. Это было результатом преобразования предыдущего магического инструмента, чтобы его не обнаружили. Кроме того, на эту композицию инструментов Элли потратил много денег, главным образом потому, что его основное внимание по-прежнему уделялось зельям, а алхимия могла быть не такой выдающейся. Назовем это слезами океана. Элли посмотрел на серьгу и надел ее. В конце концов, иметь возможность запустить атаку силой разума в один круг в любое время было неплохо. Закончив это, Элли повернул голову, чтобы посмотреть в другом месте. В огромном экспериментальном оборудовании цветок кровавого бамбука постоянно пронизывался элементарными частицами, раскрывая его специфическое внутреннее строение и изменения. Шло время, и Элли ждал появления всепожирающей силы. Очень скоро, как только цветок кровавого бамбука был готов полностью разрушиться, снова появилась таинственная пожирающая сила. Эта сцена была записана наблюдательным устройством на задней панели устройства. Это было устройство, которое Элли купил у Джина по высокой цене. Увидев, что запись закончилась, Элай подошел. На этот раз, благодаря внимательному наблюдению, Элли наконец сделал открытие. В тот момент, когда цветок кровавого бамбука раскололся, возникла магическая волна, за которой последовало появление пожирающей силы,
А затем последовала следующая сцена. Это внешнее проявление пожирающей силы. Глядя на эту сцену, Элли улыбнулся. Пока он мог полностью имитировать эти колебания, он мог бы справиться с этой пожирающей силой. Однако оборудование все еще не может полностью наблюдать за этой сценой. Элли покачал головой. Уровень этих флуктуаций был достаточно высок, и зафиксировать все этим прибором было невозможно. Впечатляло уже то, что каждый раз он мог записывать понемногу. Этого недостаточно. Мне нужно больше времени. Элли покачал головой. На этом уровне могут потребоваться десятилетия наблюдений, прежде чем он сможет по-настоящему ощутить структуру волн. Вероятно, потребуется много времени, чтобы материализовать их. Другими словами, это был еще один долгосрочный проект. Давайте потихоньку. Элли был беспомощен. Быть посему, в любом случае, это был всего лишь один из его экспериментов, и это не имело значения. Повозившись с экспериментом некоторое время, Элли вышел из лаборатории и пошел в лабораторию по соседству. По сравнению с соседней комнатой, это место было очень простым. В основном там были только экспериментальные материалы. В углу стоял огромный белый скелет, занимавший почти половину комнаты. Это был скелет, оставленный теневым драконом Крисом. Однако, несмотря на то, что это был всего лишь скелет, на нем все еще чувствовалось много теневой силы. Элли тоже не хотел с ней расставаться, поэтому не выбросил. Он только недавно изучил некромантию, поэтому хотел попробовать. Но прежде чем он смог сделать больше нескольких шагов, он остановился и погладил себя по голове. Это четырехугольный теневой дракон. Действительно ли я хочу экспериментировать с этим? Не будет ли это пустой тратой времени? Покачав головой, он развернулся и ушел. Для него было лучше пойти и купить несколько трупов однокольцевых зверей. Купить трупы оказалось намного проще, чем Элли предполагал. Если чернокнижник слил свою родословную при жизни, то его труп все равно будет иметь определенную ценность после смерти. Часть стоимости можно было выжать, поэтому этот рынок существовал. Потратив десятки магических камней, Илай купил учеников круга 9.0 и труп ученика первого круга. Месяц спустя, в пустой области Тайного Царства, Элли стоял в стороне, а неподалеку лежало около дюжины трупов. Взмахом правой руки в его голове медленно появилась модель заклинания. Его тонкая, похожая на паутинку ментальная сила мгновенно пронзила дюжину трупов и плотно обернулась вокруг них. Мышцы на поверхности трупа тоже начали медленно растворяться, а на бледно-белых костях медленно появлялись руны. Наконец, они превратились в простые, но не грубые заклинания в черепе. Это был первый круг создания заклинаний нежити. С появлением заклинания образования, ух! В следующую секунду в головах этих скелетов появилось таинственное пламя. Огонь нежити. Это было пламя, которое образовалось, когда сформировалась нежить. С появлением огня нежити все скелеты с щелкающими звуками выползли из-под земли, а затем инстинктивно посмотрели на Элли, один за другим становясь на колени, предлагая свою верность. Их сделал Элли, поэтому они должны принадлежать Эллию. Неплохо. Глядя на скелет перед ним, на его лице появилась улыбка. Казалось, что его талант в темной магии был неплох, и ему это удалось с первой попытки. Кроме того, в отличие от человеческого обмана, нежить была намного проще. Когда они объявили о своей верности, это означало, что они будут верны навсегда. Кроме того, Эллию не нужно было беспокоиться о предательстве. В конце концов, пламя их души было в руках Элли. Пока он хотел, он мог сокрушить их пламя нежити в любое время. Тем не менее, все они были нежитью нулевого круга, поэтому их боевая мощь была довольно средней, и у Элая были другие планы для них. Вскоре, по указанию Элая, нежить взяла свои инструменты и начала помогать Элли убирать тайное царство, поливать волшебные растения и кормить волшебных зверей, которых он растил. Глядя на эту сцену, Илай показал удовлетворенную улыбку. Это был правильный способ использовать нежить. Хотя интеллект нежити был не таким уж высоким, и в этом процессе был бы некоторый незначительный ущерб, по сравнению с целым, преимуществ было определенно больше, чем недостатков, а для Илая это было еще больше. Тайное царство было таким огромным, и Элли было очень хлопотно делать так много вещей каждый день. Теперь, когда нежить помогала ему справляться с мирскими делами, у него будет больше времени для других дел в будущем. Было неизвестно, вернутся ли жестокие темные маги прошлого из мультивселенной и снесут Элли голову, если узнают об этом. Конечно, управление скелетом было лишь частью некромантии. Магическое наследство,
которое получил Ли, было в основном ниже третьего круга. За такое короткое время он изучил только поверхность, ведь легендарные некроманты тоже были боевыми машинами среди темных магов. Они были не такими простыми. Хотя на этот раз Ли не пошел исследовать руины, он стал самым большим победителем. Прошел еще месяц. Ли получил еще одну интересную новость. В районе, находящемся в десятках километров от лагеря, они нашли духа. Сначала лагерь отправил людей на поимку духа, но они выяснили, что это дух первого круга, и план поимки провалился. После провала лагерь даже объединил усилия, чтобы вместе захватить дух. Даже Кратос, ответственный за лагерь, отправил людей на поимку духа. Но, к сожалению, когда они добрались туда, дух уже ушел. А от Виктора Эли знал, что этот дух, скорее всего, был той самой нежитью, которая чуть не убила Виктора. Это очень заинтересовало Эли. В то же время, в глубоких горах там пряталась нежить. Ха-ха-ха-ха, я действительно выжил. Нежить Николай был в восторге. Раньше он был колдуном третьего круга, но из-за каких-то происшествий не успел вовремя добраться до небесного замка и остался здесь. Вероятно, именно из-за этого он оставил свое физическое тело и превратился в нежить, чтобы выжить. В конце концов, у него не было выбора, кроме как запечатать себя. Некоторое время назад кто-то ворвался в руины, заставив его снова проснуться. Однако долгий ход времени уже привел к тому, что его сила ухудшилась до первого круга. Я выжил. Однако сила моей души все еще слишком слаба. Сначала мне нужно найти место, чтобы медленно восстановиться. Покажу себя, когда восстановлюсь до второго круга. И ядро моей души тоже в этом магическом инструменте. Мне не хватает этой части, поэтому я не могу добраться до четвертого круга. Я возьму его обратно, когда доберусь до второго круга. Это займет у меня около 30 лет. Он слышал, что эти люди были из одного лагеря волшебников. Лагеря чернокнижников на западном побережье в лучшем случае находились во втором круге. Он пойдет туда и убьет несколько душ. Хе-хе, эта область будет пищей для моего продвижения. Нежить огляделась, а затем вошла в глубокие горы. Сейчас он был недостаточно силен, и ему еще нужно было развиваться. 20 лет спустя. Для Эли 20 лет были всего лишь коротким процессом. Каждый день он работал в лагере, а затем изучал некромантию. В это время его орда нежити увеличилась на несколько сотен, и он собрал более дюжины чернокнижников первого круга, все из которых были превращены в нежить. Между тем, колебания цветка кровавого бамбука также быстро развивались. К этому моменту он уже вырос примерно до 2/3 своего первоначального размера, что очень обрадовало Илая. Конечно, это была самая обычная повседневная жизнь. Единственное, что взволновало его, это то, что Виктор умер. Виктор получил необратимые повреждения в руинах в прошлый раз, что в определенной степени подорвало его духовную силу и состарило его. В итоге через несколько дней он умер. После смерти Виктора Эли лично похоронил его. Затем он встретил внука Виктора, волшебника первого круга, и от него Эли получил новости о Роке. Он умер 3 года назад. Это было очень смешно. Он умер, потому что был слишком гением. Через 8 лет после того, как он прорвался к единому кругу, у него была новая встреча, и он собирался прорваться к второму кругу в мгновение ока. Однажды ночью кто-то нашел его тело в его комнате. Рок поймал слишком много ревности и гнева от других. Рок был настоящим гением. Ему было за 30, и он собирался прорваться во второй круг. Такой талант легко затмил Эли, но он даже не прожил так долго, как Эли. Так что, если он был гением, он бы умер, если бы не был осторожен. Эли оставался в лагере каждый день, и ему ничуть не угрожали. Как и ожидалось, нехорошо быть в центре внимания. Эли вздохнул. Смерть Виктора никак не повлияла на Эли. Месяц спустя. Доброе утро, заместитель министра Герман. Как только он вышел из двери утром, он услышал четкое приветствие. Он обернулся и увидел незнакомую женщину, стоящую у входа во двор Виктора. Она была новым жильцом дома Виктора, Тиджи. Она была волшебницей нулевого круга с длинными рыжими волосами. Она была одета в сексуальную кожаную куртку, закрывающую грудь, и пару кожаных штанов, подчеркивающих ее длинные ноги. «Доброе утро», — спокойно кивнул Илья и повернулся, чтобы уйти. От такой красивой женщины лучше держаться подальше. Эта женщина переехала сюда всего несколько дней назад, но из-за нее Эли чувствовал себя немного странно. Эли не знал, откуда взялось это чувство, но все же решил уйти подальше. Глядя на спину человека, который в спешке ушел, уголок рта Тидзи дернулся. Она коснулась своего лица и начала сомневаться в собственном обаянии. Согласно информации, этот вице-президент отдела зелий должен часто ходить в публичные дома и быть очень развратным. Она специально оделась так красиво,
чтобы соблазнить Элая, но, глядя на это сейчас, это был небольшой провал. Забудь это. Сначала я постараюсь приблизиться к Герману, в то же время я буду приближаться к другим целям. Тиджи покачала головой. На этот раз кто-то связался с ее организацией, поэтому она пришла сюда первой, чтобы собрать информацию. Она поджала губы, затем развернулась и вошла в комнату. Как только она вошла в комнату, синяк под глазом в тени тоже исчез, как пузырь. Проблема действительно есть. С другой стороны, Эли, который уже прошел несколько километров, нахмурился. Поскольку он чувствовал, что что-то неладно, то, естественно, он не мог не исследовать этот фактор ясно. Поэтому Эли уже установил различные методы обнаружения вокруг дома Тиджи. После того, как она ушла, выражение лица Тиджи было глубоко задумано и глубокомысленно, что Элаю было трудно найти нормальным. «Похоже, мне придется какое-то время уделять этому соседу больше внимания». Покачав головой, Эли продолжал идти к лагерю. Поддержание теневого глаза с расстояния в несколько километров теперь не было для него проблемой. Он сделал большой прогресс по сравнению с 20 лет назад. Его умственная сила достигла 58%. А преобразование элементалей достигло 50% с помощью кристаллов элементалей. Конечно, этот прогресс не считался быстрым, особенно по сравнению с таким первоклассным гением, как Рок. Однако Эли был очень доволен. Его собственные способности были просто слишком плохи, и он мог полагаться только на время, чтобы медленно улучшаться. Это было даже после того, как он использовал технику медитации среднего уровня. Иначе было бы еще медленнее. Через 10 минут Эли прибыл в отдел зелий. В дверях Эли столкнулся с Эвиной. Министр Эвина. За последние 20 лет внешность Эвана не сильно изменилась. Она по-прежнему выглядела прекрасно. Это Герман. Глядя на Эли, Эвина улыбнулась. Любой, у кого есть такой сотрудник, как Эли, был бы очень счастлив. Кроме того, к этому моменту Эли уже получил одобрение как Эвины, так и лагеря. Время было лучшим способом проверить верность. О, точно, Герман, это родословная, которую ты купил некоторое время назад по нашим внутренним каналам. Словно вспомнив что-то, она достала из кармана флакон с кровью. Кровь была зеленой с оттенком красного и излучала кольцо энергии. Это была первая родословная круга, которую Эли купил некоторое время назад. Его называли демоном дерева ежевика, волшебным зверем растительного типа. Это было главным образом потому, что он считал, что в качестве ученика Эли уже не молод, и для него было бы невежливо продолжать двигаться в одном и том же месте, поэтому он решил продвинуться до чернокнижника первого круга. После продвижения Эли также сможет вступить в контакт с высшими кругами и предметами в лагере. В его нынешнем кругу вещей, которые он мог получить, было очень мало, поэтому ему пора было двигаться вверх. Да, спасибо, министр. Глядя на кровь, Элай принял ее с улыбкой. Он упорно трудился более 20 лет. Да, в лагере сейчас не хватает людей. Когда вы станете чернокнижником первого круга, командир батальона обязательно устроит для вас более высокую должность. К тому времени появятся и другие преимущества. Жаль, что места министра заняты, а то ты мог бы быть министром, сказала Эвина, довольная. С помощью Эли у нее появилось больше свободного времени. Да-да, я точно не подведу надежд лагеря. Эл, это все, что я должен сказать. Эй, я вдруг вспомнил игровую уловку, которую ты мне рассказывал в прошлый раз. Это действительно полезно. Можешь научить меня еще нескольким трюкам? Разобравшись с этим вопросом, Эвина неожиданно подошла и сказала с улыбкой. При упоминании об этом Элаю стало немного жаль. Однажды он и Руни обсуждали некоторые приемы казино и случайно наткнулись на Эвину. В результате министр даже взволнованно присоединился к разговору, а позже часто задавал Эли несколько вопросов. Нет-нет, министр Эвина уже очень хороша. Мне нужно идти. Эли нашел предлог и быстро ушел. Уши Эвины навострились от гнева, но она все равно громко произнесла. Желаю тебе успехов в слиянии с родословной. Спасибо, министр. Эхо было слышно издалека. Родословная уже была в его руках, и Элай уже думал о том, когда ему следует слиться с родословной. Фактически, он не мог с ней интегрироваться. У него уже была родословная теневого дракона. Он будет использовать эту родословную только как маскировку. Это дало бы ему дополнительные навыки родословной. Эта вторичная интеграция родословной займет какое-то время, но ненадолго. Кроме того, Эли больше беспокоило то, кем была его прекрасная соседка. Какова была ее цель? Он будет медленно выкуривать ее. Прошло еще полмесяца. После некоторого расследования Эли обнаружил, что что-то не так с его соседкой. Во-первых, всякий раз, когда Эли выходил, она намеренно пыталась сблизиться с ним, но каждый раз, когда он уходил, она направлялась в другие места в лагере,
чтобы познакомиться с самыми разными людьми. Во-вторых, хотя эта женщина и слилась со своей родословной, сила ее родословной была невелика. Было очевидно, что она не слишком тренировала свою родословную, что не соответствовало привычкам обычных колдунов. Наконец, были времена, когда Элли ощущал таинственную духовную волну по соседству. Хотя это было мимолетно, Элли догадался, что это был какой-то инструмент связи, вероятно, для контакта с внешним миром. Самое главное, этот вид духовной волны обычно использовался магами. В общем, с его соседкой было что-то не так, и была определенная вероятность, что она была замаскированным магом. Ученик мага пробрался в лагерь колдуна. Это могло повлиять на стабильность лагеря, и в связи с этим Элли тоже очень сомневался в том, что ему следует делать, но, немного подумав, Элли решил подойти к этому самым прямым путем. И вот, кромешной ночью, Элай пробрался в дом Тиджи. Ночью Тиджи лежала на кровати в тонком шифоновом платье. Ее красивую фигуру можно было увидеть сквозь лунный свет. Ее глаза были закрыты, когда она отдыхала. Вдруг, ух, огромная волна ментальной силы подавила ее. Тиджи тоже это почувствовала и открыла глаза. Тем не менее, ее тело было полностью подавлено, и несколько лоз были туго обвиты вокруг нее. Она хотела вырваться на свободу, но не могла. Что сделало ее еще более напуганной, так это то, что она даже не знала, что произошло, но из-за огромного умственного подавления ей было трудно дышать, и она вообще не могла издать ни звука. «Скажи мне, что ученик мага делает в лагере чернокнижника?» Как только раздался голос, тело Тиджи было вытянуто лианами, а неподалеку на табурете сидел человек в мантии черного волшебника. Эта сцена была слишком неловкой, и ее лицо покраснело. Она знала, что ее разоблачили, но не могла понять, как ее обнаружили. Она явно не сделала ничего сверх нормы. Все, что она делала, это пыталась подобраться к Элаю, но в этом не должно быть ничего плохого. «Сэр, я не понимаю, что вы говорите. Я всего лишь маленький чернокнижник. Если я обидела тебя, пожалуйста, пощади меня», — быстро сказала Тиджи, почувствовав, как подавление ее умственной силы исчезло. Хэм. После холодного фырканья лианы обвились вокруг ее тела и постепенно набирали силу, как будто пытались задушить ее до смерти. Тиджи стало трудно дышать. В то же время ее тело было перерезано виноградной лозой. Вытекшая кровь была поглощена виноградными лозами. Вскоре платье Тиджи стало красным. «Я видел все, что ты делал в лагере. Скажи мне, из какой ты магической организации?» — снова спокойно спросил Ли. С другой стороны, Тиджи, терпящая боль, расширила глаза. Она медленно подняла голову и посмотрела на Элли. В этот момент Элли тоже медленно встал, снял мантию волшебника и сказал: «Я Роланд, маг первого круга. Я временно живу здесь». Маг Тиджи моргнула, но в следующую секунду он увидел, как из тени вышел скелет. Горящее пламя нежити слегка осветило лицо Элли. Это был очень красивый молодой человек. Скелет, а не некромант? Глядя на эту сцену, Тиджи вздохнула с облегчением. Пока он не был из лагеря чернокнижников, у нее все еще была надежда выжить. Насколько ей известно, ни один колдун не знал некромантии. Человек перед ней определенно был официальным магом, и только официальный маг мог легко подавить ее силой духа. Единственное, что беспокоило ее, это то, что мужчина перед ней был немного груб со своими методами, но она могла это понять. В конце концов, он был некромантом. «Мой лорд, я маг из лагеря магов Эрис. Мое настоящее имя Тиджи. Я могу рассказать вам все, что вы хотите знать. Ты можешь отпустить меня первым?» — Тиджи говорил медленно. Она знала, что ее судьба находится под контролем Роланда. Увидев, что ситуация постепенно стабилизируется, Элай кивнул и положил Тиджи, прежде чем бросить бутылку с зельем. «Это лечебное зелье, да?» — сказал Ли. «Да». Тиджи кивнул, но не съел его. «Расскажи мне, с какой целью вы пришли сюда?» Увидев, что Тиджи успокоилась, Элли также задал интересующий его вопрос в темной комнате. Элли сидел на стуле, а Тиджи стояла на земле в красном шифоновом платье. «Я ученик мага нулевого круга. Меня послали сюда, чтобы собрать как можно больше информации, в том числе, где находятся ценные предметы, группа чернокнижников, сколько есть чернокнижников высокого уровня и так далее. Мы могли бы организовать внезапную атаку позже». Тиджи кратко объяснила суть дела. Элли потерял дар речи. Ему сказали, что маги вымирают. Как они вообще посмели напасть на лагерь чернокнижника? «Лагерь магов, к которому ты принадлежишь, очень силен», — с любопытством спросил Ли. «У нас около 3 официальных магов и около 20 учеников», — ответила Тиджи. «Ты собираешься просто так напасть на лагерь чернокнижника?» Элли выглядел так,
словно увидел привидение. Если оставить в стороне все остальное, в лагере чернокнижников было как минимум несколько чернокнижников двух кругов, а в первом круге было не менее 10 человек. Что касается подмастерьев, то их было около сотни. С такой огромной разницей в силе ты говоришь мне, что хочешь напасть на лагерь, мы не атакуем. Наша цель – уничтожить и разграбить некоторые ресурсы, ответила Тиджи. Уничтожение и разграбление ресурсов – это действительно было бы проще, но этого должно быть недостаточно. Словно прочитав мысли Эли, Тиджи добавила, мы не главная сила. Мы несем ответственность только за уничтожение и разграбление лагеря. Главная сила, это другая сила. Ой, это имеет смысл. Тогда кто является главной силой? Я не знаю об этом. Я только знаю, что это, кажется, еще одна сила чернокнижника. Тиджи достала бутылку своего волшебного зелья и выпила ее. Ее раны постепенно зажили. Эли кивнул. Это было очень плохо. Первоначально он думал, что только обнаружил шпиона, но не ожидал, что вдруг узнает о таком заговоре. Эли был немного застигнут врасплох. Так мне сообщить об этом в лагере или просто сделать вид, что ничего не произошло? Эли нахмурился. Если он сообщит об этом сейчас, то сможет гарантировать, что сможет устранить опасность, в которой он находился. Однако, как объяснить это, было другой проблемой. Даже если он сообщил об этом тайно, существовал риск быть обнаруженным. Следовательно, сообщать об этом может быть плохой идеей, поэтому он мог только скрыть это. Он скроет все, что знает, и временно покинет это место. Он вернется после того, как все закончится. Так уж получилось, что Эли мог использовать предлог прорыва, чтобы временно покинуть лагерь и вернуться после того, как все было кончено. Выяснив это, Илай сильно расслабился и продолжил спрашивать. «Ребята, когда вы планируете начать вторжение?» «Я не знаю. Мы только начали проникать и искать. Мы только начинаем подготовку. Нас контролируют основные силы. Всякий раз, когда они говорят, что примут меры, мы примем меры. Это может быть полмесяца, а может быть год или два спустя. Все зависит от того, когда они этого захотят. Не думаю, что больше 2 лет». Тиджи немного подумал и серьезно ответил. Да, Эли понял. Мне нужно уехать завтра. Лагерь становится опасным. Когда все будет улажено, Эли вернется. Ведь был высокий шанс, что лагерь все же будет существовать, и его даже могли ценить из-за потери личного состава. 3 зайца одним выстрелом. А как уйти, у Эли тоже была идея. Однако перед этим ему нужно было решить свою проблему с Тиджи. Глядя на юную ученицу, Эли добродушно улыбнулся ей и спросил, «Ты хочешь жить или умереть?» Наступила тишина. Следующий день Эли пришел в зал рано утром. «Заместитель министра Герман, что привело вас сюда сегодня?» С улыбкой сказала Алиса. В отличие от мира смертных, зелья красоты в мире чернокнижников были довольно распространены и их было легко приготовить, поэтому большую часть времени вы могли видеть только одно лицо на протяжении 10 лет. «Я недавно готовился к прорыву, но мне все еще не хватает материала и денег. Итак, я готовлюсь к миссии, чтобы заработать немного денег», — ответил Илай. Эли планировал взять на себя миссию и покинуть это место. «Вам тоже не хватает денег, сэр Герман? Но я слышал, что ты в лагере совсем беззаботен». Алиса пошутила с улыбкой. «Это потому, что я слишком свободный и легкий, и у меня нет денег», — с улыбкой ответил Эли. Алиса ничего не могла сказать, поэтому достала фотокамень. Проецировалось четкое изображение. Это был список миссий. «У вас есть какие-то требования для миссии?» — спросила Алиса. «Ну, лучше, если плата будет высокой, и это уведет меня подальше от лагеря», — констатировал Эли свое условие. «Я понимаю». Алиса кивнула и быстро выбрала миссию. «Мастер Герман, что вы об этом думаете? Вы можете оставаться во дворце королевства Карина в течение 5 лет и поддерживать мир в королевстве в течение этого периода. Награда – 200 магических камней низкого качества, но, поскольку вы поздний ученик, вы сможете получить еще 50 магических камней». Алиса сказала, когда она посмотрела на миссию и представила ее Эли. 5 лет, Эли немного колебался. 5 лет – это слишком много. В конце концов, это вторжение, вероятно, закончится максимум через 3 года. Тем не менее, это была действительно очень подходящая миссия для него. «Сэр, если вы беспокоитесь о безопасности, в этом нет необходимости. В королевстве все еще есть чернокнижник 1-го круга. Вам не нужно много делать», — объяснила Алиса. «Хорошо, тогда я возьму этот», — Эли кивнул. Вскоре
Алиса передала миссию Элли. Выполнив задание, Элай отправился искать Эвину. «Министр, я принял задание. Мне может понадобиться некоторое время». Эвина кивнула, показывая, что поняла. Принятие миссии было выбором каждого человека, и министры не имели права вмешиваться. Кроме того, это была всего лишь миссия и, вероятно, короткая. Он скоро вернется. Она никогда не думала, что Элли возьмет на себя долгосрочную миссию. Именно так было раннее утро, когда Элли понял, что лагерь может быть в опасности в течение некоторого времени. В тот же день Элли уже собирал вещи и собирался уходить. За дверью Тиджи посмотрела на Элли. Он был одной из ее целей. Он действительно ушел именно так. Какая пустая трата ее усилий. Вздохнув, она вернулась в свою комнату и отправила новое сообщение некоему бренду души. Хозяин, заместитель министра лагерного отдела Зелий Герман готовится покинуть лагерь. Кажется, он уехал с долгосрочной миссией. Все нормально. Мы не знаем, когда он вернется. Между тем, с другой стороны, Элли получил сообщение и игриво улыбнулся. Так странно слышать обо мне от кого-то еще. Прошлой ночью, чтобы получить конкретную информацию и местонахождение будущего лагеря волшебников, Элай также установил клеймо души в Тидже и сделал ее своей подчиненной. Однако она думала, что ее хозяином был Роланд. Она понятия не имела, что Роланд был Элаем. Убедившись, что все готово, Элли сказал своему недавно нанятому великому рыцарю-кучеру: «Пойдем». Вот так карета быстро покинула лагерь чернокнижников и отправилась в путь до королевства Карина. Через 3 дня Элли прибыл в столицу королевства Карина, город Карина. Элли тоже направился во дворец. Во дворце Элли встретился с королевой напрямую. «Здравствуйте, ваше величество!» Элли почтительно поздоровался. «Не нужно быть таким формальным!» Королева улыбнулась. Ей было около 50 лет, и она имела элегантную внешность. На ней было красное платье и роскошные украшения. Судя по ее ауре, она на самом деле была ученицей, или, возможно, она была ученицей в прошлом. Это отличалось от ситуации в Брюне, где не было следов магов. Поскольку Карина была ближе к бывшим силам магов, здесь все еще были семьи магов. Конечно, большинство семей магов теперь были семьями чернокнижников. Королевская семья Карины когда-то была семьей магов, а Рок был сыном королевы. «Просто скажи мне, что мне нужно сделать, моя королева», прямо спросил Элли, не желая терять время. «Твоя миссия – защитить Росса, сына Рока». Королева подумала немного и сказала: «Элли, у Рока действительно был сын?» Увидев выражение лица Элая, королева тоже в замешательстве спросила: «Ты знаешь Рок?» «Рок и я были друзьями», – сказал Элай, не отрицая этого. «Ну, так даже лучше. Сына Рока зовут Росс. Ему около 6 лет, и он, возможно, унаследовал талант Рока. Он тоже очень талантлив, но еще молод. В настоящее время он учится в королевской семье. Все, что вам нужно сделать, это защитить его в течение следующих 5 лет. После этого его отправят в Академию магов». Королева кивнула и сказала: «Хорошо», кивнул Элли. Хотя у него были некоторые сомнения, он не собирался спрашивать. Во всяком случае, некоторые вещи постепенно выявлялись. «Да, кто-нибудь отведет вас к нему позже. Я пойду первым». Через 10 минут после того, как королева ушла, кто-то подошел и привел Элли в маленький замок во дворце. Там он увидел сына Рока, маленького, который всегда был полон гордости. «Ты тот, кого послали защищать меня». Лицо Росса было пухлым, как у младенца, и он посмотрел на Элли. «Да, я буду защищать твою безопасность с этого момента». Элли кивнул. «Да». Маленький мальчик был еще очень разумным. Он немного поболтал с Элли в глупой манере, а затем пошел играть в игру рыцаря и принца. Элли улыбнулся и был проведен в комнату в замке. «Милорд, это ваша комната». Слуга открыл комнату. Элли вошел и увидел, что это очень роскошная комната. В конце концов, он все еще был помощником 3-го уровня, поэтому прием не мог быть слишком плохим. Он был защитником, а не нянькой. «Если милорду что-нибудь понадобится, вы можете сказать нам в любое время». «Хорошо», — сказал он. Прогнав служанку, Элли вошел в комнату и осмотрел всю комнату сверху донизу. Затем он создал несколько формаций заклинаний, прежде чем начал вздыхать с облегчением. Наконец он покинул лагерь. Хотя он не знал, когда на лагерь нападут, он решил пока держаться подальше. Было бы лучше, если бы лагерь все еще существовал после этого. Однако, если бы лагерь был уничтожен, Элли не стал бы плакать по этому поводу. Он просто начал бы где-нибудь еще. Год пролетел в мгновение ока. Элли обычно оставался в замке и редко выходил из дома. Что же касается Росса, то теперь Элли ясно его понимал. Выяснилось, что Росс родился за 2 года до убийства Рока. Рок занимался сексом с учеником,
Росса отправили обратно из Академии после его рождения. Когда Росса впервые отправили обратно, его, естественно, очень приветствовали. В конце концов, его отец уже был чернокнижником первого круга и собирался перейти во второй круг. Однако со смертью Рока ситуация внезапно изменилась. Статус Росса резко упал, и из-за того, что Рок оскорбил слишком много людей, это сильно повлияло на непосредственную семью Рока. Росс также подвергался дискриминации в семье. Самое смешное, что мир был действительно непредсказуем. В прошлом году королевская семья проверила талант каждого ребенка в семье, и Росс снова был оценен по достоинству. Результаты показали, что он был чрезвычайно талантлив, даже больше, чем Рок. Вот почему нынешнее состояние Росса было неплохим. Днем он ходил к своему деду, который был официальным колдуном, чтобы получить знания. Он возвращался в замок только ночью. Что Элли должен был сделать, так это обеспечить свою безопасность в это время. Конечно, эта задача не ограничивалась одним Элли. В этом замке было еще два ученика, которые выполняли эту задачу, так что Элай обычно был довольно расслаблен. С другой стороны, Элли наконец получил новости от Тиджи. «Мастер, прошел месяц с тех пор, как мы в последний раз собирали информацию. На этот раз у нас очень глубокое понимание этого места. Я рассчитываю, что мы обязательно примем меры в течение года». Это было сообщение от Тиджи. Как глаза и уши Элая, она продолжала посылать ему сообщения. В течение целого года она сообщала ему информацию в среднем 2 раза в месяц. Это позволило ему узнать много информации, например, где были размещены некоторые ресурсы в лагере и как некоторые из них были распределены. Конечно, были и некоторые интересные вещи, такие как то, что командир батальона Кратос предпочитал девушек-лисиц, а Эвина в последнее время каждый день ругала Элли. Только после того, как он ушел, она поняла, что ей предстоит еще много работы. В общем, это заставило Элли взглянуть на лагерь с другой стороны, и это было очень интересно. Однако казалось, что битва вот-вот разразится. Он просто не знал, что произойдет. В этот момент в дверь постучали. «Заходи». Внезапно из щели двери высунулась маленькая голова. Его черные глаза закружились, и когда он увидел Элли, глаза загорелись. Росс вбежал с улыбкой и сказал: «Дедушка Герман, могу я задать вам вопрос о зельеварении?» Дети всегда были полны невинности и непосредственности. С тех пор, как он обнаружил, что зелье Элая очень мощное, он стал часто приходить, чтобы задать несколько вопросов. С одной стороны, Элли был на задании, а с другой, у него не было причин отказывать 6- или 7-летнему ребенку, поэтому он часто отвечал. «Конечно, вы можете», — Элли кивнул. «Спасибо, дедушка. Я хочу знать, почему траву Рункриса нельзя извлечь?» Его маленькая голова была полна вопросов. «Это потому, что необычные характеристики этого цветка в определенной степени связаны не с самим растением, а с особым материалом на поверхности его тела». Он легко ответил на вопрос. «Я понимаю. Спасибо, дедушка». Росс кивнул, не до конца понимая, и выбежал. «Ах, какой невинный ребенок!» Глядя ему в спину, Элли улыбнулся, но немного подозрительно. «Этот вопрос, похоже, не тот вопрос, который Росс должен задавать на данном этапе». «Я понимаю». С другой стороны, старик услышал ответ Росса и внезапно осознал. Он выглядел очень старым, и его кожа, казалось, прилипла к костям, но он излучал сильную родословную. Он был чернокнижником ящерицы Шадов Бони из семьи Корона, Эйфель. Он только недавно узнал, что Герман был вице-президентом отдела зелий. Так совпало, что в последнее время он изучал зельеварение, поэтому у него было много вопросов. Однако просить его напрямую было бы слишком неловко, поэтому он мог сделать это только через внука. «Дедушка, почему бы тебе самому не спросить его?» В это время прозвучал нежный голос Росс. «Не проси слишком многого, малыш, не говори об этом матери». Эйфель дважды кашлянул. Он не мог сказать, что был слишком смущен. Однако его нельзя было винить. В основном потому, что Элли был слишком сильным фармакологом. Он даже чувствовал, что фармаколог второго круга, которого он видел в академии, намного уступает Элли, что его удивило. «Хорошо, я пойду искать свою маму». Росс усмехнулся, развернулся и выбежал из дворца. Хотя к нему относились холодно, как ребенок мог понять, что произошло, и Элли это мало заботило. Для него это был просто долгий оплачиваемый отпуск. С другой стороны, со временем Элли постепенно узнал,
кто работает против лагеря колдунов. Это была еще одна сила чернокнижников, Альянс Крови. Это была сила, состоящая из более чем дюжины родословных кланов чернокнижников, и ее общий размер был намного больше, чем Академия чернокнижников теневых ящеров. На этот раз клан Снежного Волка сделал ход. Что это? Тест для теневой ящерицы? Эли нахмурился. Эли мало что знал об Альянсе Крови, и он не слишком ясно представлял их цель. Но это не имело значения, пока Эли не вмешивался. Что же касается правды, то он пока не знал, но это не должно было оставаться тайной через 10 или 20 лет. Теперь все зависело от того, когда он взорвется. Год спустя атака разразилась. Внезапное нападение ошеломило весь лагерь. Подчиненный лагерь Академии чернокнижников теневой ящерицы был внезапно атакован большой волной неизвестных чернокнижников, и весь лагерь внезапно погрузился в хаос. В лагере Кратос был ошеломлен. Стоя на самой высокой башне в лагере, он чувствовал врагов, внезапно появившихся вокруг лагеря. Они были в большом количестве и высокого качества, и у них, казалось, была цель атаковать слабые места лагеря. Черт возьми, куча мусора. Глядя на разрушенный лагерь, уголки рта Кратоса дернулись, а снаружи его тела появилась большая тень. Он набросился на колдуна первого круга, который только что вошел неподалеку. Буквально через мгновение он уже обогнул колдуна первого круга, и его мгновенно утопила тень. Как раз когда он собирался напасть на других колдунов, недалеко появились две фигуры. Оба они были в серых мантиях волшебников с капюшонами. Два колдуна с двумя кольцами. Кратос почувствовал ауру и был ошеломлен. «Кратос, мы хотим поговорить с тобой». Один из них снял маску, обнажив под ней маску серебристо-серого волка. «Мне ни о чем с тобой говорить». Кратос взорвался от гнева, и его глаза налились кровью. «А если это с твоей сестрой?» Услышав спокойный голос, лицо Кратоса мгновенно изменилось. «Моя сестра?» Кратос был ошеломлен. Если бы в его жизни было хоть одно сожаление, это была бы его сестра, которую он когда-то любил. К сожалению, они были разлучены случайно, и он остался один. «Это невозможно. Я своими глазами видел, как она упала в водоворот в бескрайнем море», — недоверчиво покачал головой Кратос. Бескрайнее море было морем рядом с западным побережьем. Повсюду было много необычных монстров и опасностей. Они расстались во время исследования острова. Она все еще жива, и у нас есть доказательства того, что мы знаем, где она. Мужчина снова заговорил. «Действительно?» Кратос вдруг стал немного неуверенным. «Да, мы знаем, что вы когда-то были учеником декана Академии колдунов теневых ящеров. Мы хотели бы поговорить с вами об этой академии». «Ладно, надеюсь, вы, ребята, мне не лжете». Кратос нахмурился и сказал, стиснув зубы. Таким образом, втроем они начали драться. Однако чем больше они сражались, тем дальше уходили и покидали лагерь. Что касается лагеря, то люди были предоставлены сами себе. Внезапно где-то в лагере раздался громкий хлопок. Все колдуны были оглушены, но потом раздались новые взрывы. Это застало их немного неподготовленными, и ситуация стала еще более хаотичной. Убийства продолжались, и в этой битве погибло бесчисленное количество колдунов. С другой стороны, Эли тоже вздохнул, получив новость. К счастью, он покинул лагерь. В противном случае было бы довольно хлопотно, если бы он действительно ввязался в хаотичную битву. По словам Тиджи, многие ученики погибли. Даже 5 или 6 магов первого круга погибли. Это было слишком опасно. Внезапная атака длилась всего 4 часа. Через 4 часа Кратос вернулся и повел людей в лагерь организовать контратаку. Они быстро прекратили бунт и сорвали заговор неизвестных сил. Что же произошло за несколько часов, пока Кратос исчез, никто не знал. Однако, хотя рейд закончился, преследование беглецов и управление лагерем стали серьезными проблемами. Поэтому в лагере царил еще больший хаос, чем во время рейда. Однако под руководством Кратоса все налаживалось. В стане нужно было сделать много дел, но Эли не вернулся в стан. Главное было то, что он все еще был в середине миссии, так что это было более или менее неуместно. Более того, он хотел дождаться, пока все стабилизируются, прежде чем вернуться. Нападение на лагерь было намного масштабнее, чем предполагал Эли, и Академия Теневых Колдунов сразу же пришла в ярость. Ведь это была прямая насмешка, и никакая сила не могла ее терпеть. Таким образом, они отправили большое количество колдунов для расследования этого дела, и даже Эфиэли с семьей Карина был переведен для участия в расследовании. Никто не знал, сколько людей окажется в беде. Впрочем, Кратоса, одну из центральных фигур в этом деле, это мало затронуло. Это заставило Эли очень заинтересоваться прошлым этого парня. Произошло такое большое событие,
но он был в полном порядке. Также, как Элли думал, что все закончится гладко. Это был пятый день расследования Академии Чернокнижников Теневой Ящерицы. Ночью, во дворце Элли внезапно открыл глаза. Кто-то идет. Элли нахмурился. Настроенные им заранее десятки глаз подсказали ему, что во дворец проникла таинственная сила, и там было довольно много людей. Целью был дворец. Хайнц, ты уверен, что этого старого ублюдка Эйфеля здесь нет? В тени за пределами дворца более десятка человек смотрели на человека с хмурым лицом посередине и тихо спрашивали. Да, я использовал некоторые уловки, чтобы переманить его в другую область. В противном случае, хотя мы и четверо чернокнижников одного круга, он все еще остается абсолютным чернокнижником одного круга. Если он действительно выложится по полной, нет никакой гарантии, что мы сможем пережить это испытание. Я не настолько глуп. Хайнц усмехнулся. Это хорошо. Услышав это, все остальные тоже расплылись в счастливой улыбке. Но для нас все еще немного не по правилам истребить семью Эллины. Кто-то еще вздохнул. Хайм. Ты забыл тот день? Хайнц только взглянул на мужчину. Хорошо, давай убьем их. Казалось, мужчина вспомнил какие-то неприятные воспоминания и передумал. Да, теперь мы все в одной лодке. Не волнуйся, пока никто ничего не скажет, моя семья возьмет на себя все дела. Тогда все будут в безопасности, с ненавистью сказал Хайнц. 10 лет назад в Академии Рок победил их всех в одиночку, и это было совершенно сокрушительное поражение. Это было огромным унижением для тех, кто проиграл. Однако Рок был слишком силен. Он не только быстро продвинулся в первый круг, но и, казалось, был на грани прорыва во второй круг. Они могли только беспомощно вздыхать и сжимать зубы в гневе. Но самое смешное, что Рок был мертв. Парень внезапно умер. Таким образом, под предводительством Хайнца группа из 4 чернокнижников Теневой Ящерицы первого круга и 15 учеников чернокнижника 3-го уровня была готова убить семью. Сначала они не очень интересовались, но семья Хайнца всегда хотела захватить семью Росса во имя мести. После этого они отдали бы 1/3 прибыли всем. Именно поэтому они приняли меры. Ведь прошло больше 10 лет, а ненависть уже не была такой глубокой, как прежде. Однако преимущества были вечными. Да, я уже купил масштабную формацию заклинаний, и 4 человека уже установили ее. Как только Хайнц закончил говорить, 4 угла дворца затряслись. Мгновенно огромная полупрозрачная пленка накрыла дворец. Это формация стихийного заклинания 4 сезонов. Пока время не истекло, даже маг 2-го круга не сможет пробить его. Кроме того, внешний мир не сможет слышать звуки и изображения внутри. Это время для нас, чтобы убить. Хайнц усмехнулся и вошел первым. Остальные тоже улыбнулись и вошли. С одной стороны была семья Эллины, в которой не было магов 1-го круга, а была только группа учеников. С другой стороны была сторона Хайнца, у которой было 4 официальных колдуна и более 10 учеников 3-го круга. Все уже представляли, что будет дальше. Семья Эллины была семьей магов. В этом месте было много хороших вещей, и они могли нажить на этом состояние. Я не могу выбраться. Элли посмотрел на полупрозрачную формацию заклинаний перед ним и нахмурился. Эта группа людей из внешнего мира двигалась слишком быстро. Должно быть, они спланировали это заранее и мгновенно опечатали это место. Форма заклинаний перед ним была настолько сильной, что даже магу 2-го круга было бы трудно ее разрушить, если бы он не использовал длительную сильную атаку, чтобы разрушить ее. Это было бы медленно и определенно привлекло бы внимание группы людей. Эй, что это за чертовщина? Элли покачал головой. Он избежал кризиса в лагере, но не внезапного нападения здесь. Но, к счастью, эта партия аутсайдеров оказалась не слишком сильной. Элли мог бы уничтожить их, если бы приложил некоторые усилия. Да, мне нужно быстро его настроить. Элай на мгновение задумался, а затем быстро вернулся туда, где был Росс. К сожалению, это заклинание нельзя было разорвать, иначе Элли сбежал бы и избежал всех этих неприятностей. Что касается жизни Росса и остальных, это не имело к нему никакого отношения. Никто и подумать не мог, что у него были близкие отношения с Роком, которого он видел всего 1 раз. Вскоре он прибыл в замок. В этот момент Хайнц и остальные были разбросаны во все стороны и сражались до самого центра. 2 учеников в замке тоже были потрясены и хотели убежать. Они не собирались защищать Росса. Итак,
Когда Элли прибыл в замок, там остался только Росс, дедушка Герман. Когда он увидел, что Элай вернулся, Росс тут же подбежал и обнял его за ногу. «Ученик, защищающий меня, сказал, что пришел незваный гость и велел мне оставаться здесь. Дедушка, что это за нарушитель, как моя мама и остальные?» – спросил Росс. Элли не мог ответить. Насколько он мог судить, почти 20 колдунов убивали без остановки, и почти все члены семьи Елены подвергались нападениям. Элай мог бы пойти и спасти их, но если бы он это сделал, то не смог бы все уладить должным образом. Кроме того, даже если бы он это сделал, он не смог бы спасти их всех. Итак, немного подумав, он сдался. «Росс, не волнуйся, все будет хорошо», — неопределенно сказал Элли. «Да». Росс побежал обратно в замок, словно что-то понял, по его лицу текли слезы. Элли покачал головой и продолжил установку. «Хорошо подготовленный маг обладал бы боевой мощью, которая намного превышала бы его собственную силу». В то же время Хайнц вытащил женщину из спальни. «Должно быть, ты мать Рока», — сказал Хайнц грубым тоном, когда свирепость его родословной активизировалась. «Пожалуйста, умоляю вас, отпустите». Королева была в пижаме, и ее волокли по земле. «Ха». Хайнц рассмеялся и убил ее. На этот раз он изначально намеревался срезать сорняки и уничтожить корни. Он окинул взглядом это место, а затем продолжил отступать во дворец. Убийство продолжалось. В этот день семья Елены исчезнет. Час спустя все снова встретились. Хайнц улыбнулся, глядя всем в налитые кровью глаза. К настоящему времени почти все умерли, и лишь несколько человек все еще были разбросаны по замку. «Хайнц, сын Рока, все еще в замке», — резко сказал мужчина. «Теневые ящерицы изначально были жестокими существами, и они стали еще более жестокими после того, как увидели кровь. Да неужели это было бы прекрасно?» Хайнц улыбнулся. «Сегодняшняя бойня прошла гладко. Хотя произошла небольшая авария и погибло несколько их людей, она была незначительной. Вскоре они вышли из замка. Однако, когда они прибыли, все были ошеломлены открывшейся перед ними сценой. Замок окружали более 10 заклинаний, а в середине находился человек. Он был одет в мантию волшебника и держал посох, глядя на них. «Что это?» Хайнц посмотрел на заклинания и нахмурился. «Их установили недавно». «Кто ты?» – спросил Хайнц. «Если ты уйдешь сейчас, я могу сделать вид, что ничего не произошло». Элли посмотрел на 14 человек перед ним с серьезным выражением лица. 4 чернокнижника первого круга и 10 учеников 3-го уровня. Такого рода боевая мощь не была слабой. «Оставлять?» «Ха-ха». Услышав это, Хайнц громко рассмеялся. «Ты действительно думаешь, что такой послушник, как ты, сможет продержаться долго, не так ли? Тем более, что у нас здесь десяток человек, а вас всего один. У нас преимущество в силе и численности. Как и ожидалось, мы должны драться». Он всегда думал о наихудшей возможной ситуации. Если бы у него был выбор, он бы избежал всех конфликтов. Но люди редко хотели идти за миром. Хоть он и был полусырым некромантом, сравнивать цифры с Элаем было глупо. «Сейчас открывай заклинание и передай Росса, и я отпущу тебя». Хайнц попытался решить проблему более простым способом. «Если бы ты ушел тихо, мне не пришлось бы этого делать», — сказал Элли, качая головой. «Еще кое-что. На самом деле у вас нет численного преимущества». Хайнц потерял дар речи. «Этот чернокнижник, должно быть, напуган до смерти». Некоторые ученики смотрели на него как на идиота. Они были уверены, что выиграют, поэтому были так расслаблены. Но в следующую секунду все потеряли дар речи. Как только Элли закончил говорить, вокруг них внезапно появились тени. Все были ошеломлены, увидев, как из тени выходят скелеты. Всего 3 секунды. Около дюжины человек посмотрели на 2-3 сотни скелетов вокруг них и замолчали. Почему ситуация оказалась немного не так, что заставило их чувствовать себя еще более обеспокоенными, так это то, что было 10 скелетов с одним кругом. Для них это было огромной проблемой. Он вовсе не ученик чернокнижника. Он некромант первого круга. Внезапно кто-то крикнул. Хайнц наконец понял, кто их противник. Это была большая новость, что в семье Елены спрятался некромант. Но перед этим они должны были сначала разобраться с стоящей перед ними угрозой. «Не бойтесь, все, мы можем справиться с этим. Кроме того, боевая мощь некроманта в основном зависит от их нежити. Они слабы в других аспектах. Пока мы имеем дело с нежитью, мы легко можем справиться и с ним», — подбодрил Хайнц. В то же время скелеты нежити также напали на колдунов. Битва началась. Глядя на сражающихся людей, Элли взял небольшую скамейку и стал наблюдать за битвой. Управлять таким количеством духов одновременно было уже его пределом, и у него не было других средств. 3 часа спустя, когда упал последний скелет, Хайнц улыбнулся,
но его рот дернулся, когда он посмотрел на колдунов одного круга и трех чернокнижников нулевого круга вокруг себя. Это все, что осталось от его группы. Он недооценил некроманта. Однако, поскольку все скелеты были мертвы, теперь пришла их очередь. Хайнц повернул голову и посмотрел на Элли, стиснув зубы. «Ты заслуживаешь смерти. Я сейчас оторву тебе голову». В этот момент Хайнц и другие наполовину превратились в воинов породословной. Их тела были покрыты черной чешуей и тенями, а в глазах были жестокие черные вертикальные зрачки. «Атака!» — приказал Хайнц, и оставшиеся пять человек пошли в атаку. Хлопнуть! Пиф-паф! Черное пламя и острые когти коснулись щитов и высекли искры. Со свирепой улыбкой Хайнц разбивал щиты один за другим. У некромантов тела намного слабее, чем у колдунов. Пока он будет входить жестко, Элай будет мертв. Глядя на Хайнца и других, которые безостановочно нападали на него, Элли не мог просто игнорировать их. Он начал произносить заклинания одно за другим и атаковал их. Двум магам первого круга удалось блокировать атаки своими сильными телами, но остальные ученики быстро умерли. Хайнца это не заботило, и он продолжал рубить щит. Мощные атаки бьют по щиту одна за другой. Пока Элли атаковал, он следил за двумя оставшимися. Один из них находился на средней стадии единого круга, а Хайнц на поздней стадии. Они были на более высоком уровне, чем Элли, но оба были истощены, а сила их родословной также ослабевала. В отличие от магов, обучение чернокнижников в основном зависело от силы их родословных. Чернокнижники первого круга также обращали внимание на совместимость своих родословных. Оба они имели как минимум 60% совместимость, что следует считать более поздними стадиями первого круга. 30% и ниже будут на ранней стадии, 30% минус 60% на средней стадии и 60% минус 90% на поздней стадии. Эквивалентом для магов будет преобразование элементалей. Конечно, верхний предел обычно составлял 90%. В конце концов, они были людьми, и было почти невозможно полностью превратиться ни в элементаля, ни в родословную. Судя по силе воли Элли, он был средним магом первого круга, но слабым колдуном. Элли был совместим с теневым драконом только на 34%. Он ничего не мог с этим поделать. Он выбрал путь мага. На самом деле, к этому моменту большинство ныне живущих магов встали на путь чернокнижников. Элли предпочел сосредоточиться на учебе. Под давлением колдунов Элли тоже не мог использовать никаких мощных заклинаний. Он мог только наблюдать, как его щит постепенно разрушался, но его первоначальным намерением в любом случае было измотать своих врагов. Когда щит медленно исчез, Хайнц и его друг выглядели уставшими. Сила их родословных также уменьшилась. «Хайнц, мы не можем продолжать. Нам нужно сделать перерыв», — сказал другой колдун с усталым выражением лица. «Да», — Хайнц кивнул. Он повернулся, чтобы посмотреть на Элли, и яростно сказал: «Чертов некромант, мы сейчас войдем и снесем тебе голову». «Хихи, что вы смеетесь? Выходи, если у тебя есть мужество», — с яростью сказал Хайнц. «Хорошо». Хайнц уже собирался выругаться, как вдруг услышал это. Он был ошеломлен, а затем увидел, как Элли медленно выходит из-под щита. Элли посмотрел на Хайнца и другого колдуна. Затем на его теле появилась большая тень. Чешуя дракона покрывала его тело, а темные глаза постепенно превращались в золотые вертикальные зрачки. «Пойдем, позвольте мне увидеть родословную теневой ящерицы». На лице Элли появилась улыбка. Как только его враги были истощены, естественно, настала его очередь действовать. «Вы также слились с родословной?» Глаза Хайнца были широко открыты. Этот маг слишком многому научился. «Некромантия, стихийные заклинания и заклинания родословных. Сможешь ли ты выучить их все?» Однако это было не самым главным. Что было важно, так это то, что когда он смотрел на Элли, он продолжал чувствовать ужасающую подавленность. Это его родословная говорила ему, что ему нужно бояться. Была ли такая родословная на западном побережье? Горло Хайнца слегка шевельнулось. Это чувство. Может ли это быть чернокнижником из драконьей крови? Колдун, слившийся с родословной гигантского дракона? У теневой ящерицы также был след родословной гигантского дракона. Хайнц, что-то не так. Другой чернокнижник тоже почувствовал давление. В этот момент они, израсходовавшие больше половины своей энергии, посмотрели на Элли и почувствовали сильный страх. «Что? Я вне своего щита. Почему вы, ребята, не атакуете?» На лице Элли появилась улыбка. Проведя несколько часов, не было ли все ради этого момента? «Ну же, Хайнц, вперед!» С другой стороны, Хайнц посмотрел на своего друга и одновременно атаковал.
сказал. В этот момент не было времени для сожалений, и по мере того, как они приближались к Эле, они могли чувствовать подавление своей родословной еще больше, что заставляло их и без того слабую физическую силу истощаться еще быстрее. Битва началась, иди к черту. Хайнц выругался, контролируя окружающие его тени, чтобы напасть на Эли. Однако в следующую секунду он был ошеломлен. Хотя тень не появилась, она не напала на Эли. Вместо этого он набросился прямо на них двоих, утопив их. По сравнению с теневой ящерицей, теневой дракон, естественно, был еще более могущественным. В тени рот Хайнца дернулся. Он никогда не думал, что все так обернется. Перед Элаем их способность управлять тенями почти лишилась. В темноте он мог только сопротивляться теням, которые шли на него со всех сторон. Черт! Хайнц выругался. Внезапно он почувствовал порыв ветра около уха. Его глаза расширились, и он тут же отскочил в сторону. Однако коготь дракона уже пронесся мимо его уха и нанес рану на его лице. Горло Хайнца слегка шевельнулось, когда он пожалел о своем решении. Пропустив свою атаку, он немедленно вернулся в тень и стал ждать удобного случая. Точно так же Хайнц продолжал наблюдать, а Эли продолжал искать возможность. Наконец, через 10 минут, когда Хайнц изо всех сил пытался защитить себя, коготь дракона пронзил его грудь, пробил твердую чешую и раздавил его сердце. Хайнц был мертв. Со смертью Хайнца тень постепенно исчезла. Он показал Эли, который стоял на земле, мертвого Хайнца и другого колдуна. Область тени, созданная путем объединения родословной теневого дракона с другими моделями заклинаний, все еще была очень полезной, но потребляла много энергии и ее было немного трудно контролировать. Это был навык, который он развил, когда был свободен, и это было неплохо для его первого выступления. Более того, это было заклинание с большим потенциалом, и его можно было постоянно улучшать. Ах, я чуть не был ранен. Если бы их было больше десятков, это могло бы быть опасно. Эли покачал головой и посмотрел на единственную рану на руке. Это было вызвано Хайнцем в тени. К счастью, рядом нет никого, кто мог бы это увидеть. Нет, подождите. Эли повернулся, чтобы посмотреть на замок. В этот момент через окно в замке ошарашен рос. Был ли дедушка Герман, защищавший его, таким могущественным? С другой стороны, Эли вздохнул. Он должен был нокаутировать Росса раньше, но теперь он должен был заклеймить мальчика. 3 часа спустя, за пределами столицы Карины бешено бежала какая-то фигура. Все его тело было покрыто черной как смоль чешуей, а вертикальные зрачки были полны гнева и беспокойства. Когда он увидел столицу, его скорость увеличилась, и он направился прямо к дворцу. Черт возьми, черт возьми, черт возьми. Лицо Эйфеля было наполнено гневом. Он дежурил снаружи, когда неожиданно получил известие о том, что на его семью напали. Кроме того, тот, кто сообщил ему эту новость, был семьей его старого врага. Это заставило его побледнеть от испуга, и он тут же подбежал. Он вошел во дворец. Он почувствовал запах крови, и его сердце ёкнуло. Кровь и трупы были повсюду. Эйфель стиснул зубы. Он обошел почти все места, но никого в живых не было. В семье почти ничего не осталось. Все, что у него было, семья, которой он управлял всю свою жизнь, исчезла просто так. Все прошло, несчастно сказал Эйфель, слезы текли по его жесткой коже. Кроме нескольких внешних членов семьи, никто из непосредственных членов семьи, кроме него, не был жив. Ему было уже 200 лет. В дополнение к травмам, которые он получил в молодости, ему осталось жить не так много лет. Сегодня все его родственники покинули его, что заставило его немного огорчиться. Вся боль превратилась в печаль, и Эйфель достал кинжал. Он поднял его одной рукой и положил себе на грудь. Он закрыл глаза. «Что вы делаете, сэр Эйфель?» Внезапно послышался голос. Среди зарослей большого дерева неподалеку медленно расползался большой участок ежевики, открывая глаза Эли и Россу, которые моргали сбоку. Эйфель открыл глаза, и их взгляды встретились. Атмосфера была неловкой. Рот Эйфеля дернулся. Он не ожидал, что кто-то будет жив. Сейчас он даже не почувствовал этого, но когда увидел Росса рядом с собой, его глаза расширились. Он быстро подбежал и подобрал Росса, подтвердив, что тот действительно его правнук. «Сэр Эйфель, несколько часов назад кто-то напал на это место. Я слился с родословной демона ежевичного дерева, поэтому я немедленно спрятался здесь с Россом, пока не прибыл сэр». «В чем дело?» — в ужасе сказал Ли, словно вспомнил ужасающую сцену, которая была раньше. «Кто это сделал?» Хотя он и не знал,
Когда Герман перешел в первый круг, у него не было времени об этом заботиться. «Я не знаю», — Элли покачал головой. «Забудь это, я расследую это». Изначально он уже был готов умереть, но вдруг узнал, что члены его семьи все еще живы, поэтому тут же взял себя в руки. «Спасибо, Герман», — сказал Эфиэль с серьезным выражением лица. «Это ничто, я просто хочу защитить себя». Элли покачал головой и вздохнул. «Эх, жаль, что у меня сейчас ничего нет. Моя комната для сбора и волшебные камни в хранилище моей семьи были разграблены. Я не могу дать тебе награду», — со вздохом сказала Эфиэль. «Все в порядке, сэр. Я все равно получу свою награду за миссию». На лице Элли появилась натянутая улыбка. «Мне все еще жаль. Не волнуйся. Если будет шанс в будущем, я обязательно вознагражу тебя. Но прямо сейчас я веду своего внука в академию. Я должен попросить объяснения. Кроме того, это место также является самым безопасным местом. Почему бы тебе сначала не вернуться в лагерь? Я слышал, что ситуация там довольно серьезная», — сказал Эфиэль извиняющимся тоном. «Да, мой господин», — Элли кивнул. Они еще немного поболтали, а затем Эфиэль ушла с Россом. По дороге Эфиэль привел Росса в академию. Он взглянул на Росса и сказал: «Герман не только спас тебя, но и не просил награды. Он хороший человек, не забывайте его в будущем». Росс моргнул. «Хороший человек?» На другой стороне Элли почувствовал, что душа Росса в нормальном состоянии, а затем взглянул на наследство семьи Елены в его тайном царстве, прежде чем быстро покинуть город. Покинув город Карино, Элли не вернулся сразу в лагерь. Вместо этого он вошел в лес по пути, прогнал медведя в дупле дерева и вошел в тайное царство. В секретном плане Элай посмотрел на небольшую гору волшебных камней и разные предметы сбоку. Он почувствовал, как участилось его дыхание. Он давно не видел столько денег. Проведя инвентаризацию, он обнаружил, что в общей сложности было 3000 магических камней низкого качества, 3 магических инструмента нулевого круга, 1 магический инструмент первого круга, 2 родословные первого круга и несколько странных предметов. Один из черных ящиков привлек внимание Элли. Коробка была черного цвета и была покрыта красными узорами, похожими на кровеносные сосуды. На дне образовались заклинания, и выглядело это очень странно. Хлопнуть. Коробка была залита кровью. На самом деле в этом не было ничего особенного, но когда кровь окрасила коробку, она начала излучать яркий свет, и странная и злая аура медленно распространилась. Элли молча отступил на несколько километров. В следующую секунду активировались все формации заклинаний в секретном плане, и коробка моментально окуталась всевозможными красочными ограничениями. Элли приказал одному из нежити открыть коробку. Бледно-белая кость медленно коснулась ящика, и волна тьмы и тени медленно поднялась вверх. Однако коробка также медленно открылась с определенной скоростью, обнаружив внутри фиолетово-черное сердце. Сердце было размером с баскетбольный мяч, а его поверхность была черно-фиолетовой. К нему были прикреплены зелено-черные кровеносные сосуды, и в то же время от него исходила тень и темная аура. Сердце теневой ящерицы. Глядя на сердце, Элли расслабился. Это было просто сердце теневой ящерицы, но, судя по его ауре, это должен был быть второй круг, поэтому у него была такая сильная аура. Это должно быть тайным сокровищем семьи Елены. Ограничения снимались слой за слоем, и Элай медленно шел, позволяя нежити держать сердце. Как он должен с этим справиться? Элли нахмурился. С логической точки зрения, родословная второго круга была довольно ценной, особенно линия, полученная от существа второго круга. Будь то для слияния или других целей, он стоил бы по меньшей мере 1000 магических камней. Наиболее экономичным способом было бы продать его, но Элли не собирался этого делать. Теневые ящерицы были почти стандартным снаряжением Академии чернокнижников теневых ящеров. Если бы он продал их в частном порядке, это определенно привлекло бы их внимание. Было бы плохо, если бы его обнаружили, так что он мог бы использовать его сам. Теневая ящерица и теневой дракон были из одной семьи, поэтому Элай мог использовать сердце, чтобы увеличить совместимость своей родословной. Поскольку у него было неограниченное количество магических камней, он мог бы использовать сердце, чтобы увеличить свою боевую мощь, как чернокнижник. Элли схватил сердце и направился в лабораторию. Через полдня Элли посмотрел на бутылку с темно-фиолетовой кровью в своей руке и выпил ее за один раз. В то же время его совместимость с родословной теневого дракона быстро увеличивалась. 34%, 35%. Через 3 дня Элли открыла глаза. Почувствовав, что уровень совместимости составляет 49%, он улыбнулся. Хотя казалось, что он понес утрату, он все
все же был очень рад видеть, что его сила увеличилась. В то же время, Элли вдруг почувствовал сообщение из лагеря. Семья Карина досрочно свернула миссию, и теперь лагерь стабилизировался. Герман, теперь ты можешь вернуться. Это была Эвина. Элли просмотрел сообщение и встал. Он прятался снаружи больше 2 лет, так что пришло время вернуться. И если Элли не ошибся, на этот раз погибло много служителей. На этот раз все может быть совсем иначе. 5 дней спустя, привыкнув к своей улучшенной родословной, Элай вернулся в лагерь. В то же время его аура медленно поднималась до уровня человека, только что вошедшего в первое кольцо. В то же время от его тела начала исходить нежная аура родословной растительного типа. Этого и следовало ожидать от теневого дракона. Его способность к маскировке была превосходной, и с помощью безликой маски даже маг 3-го круга не смог бы его обнаружить. Что касается небожителей, Элли не знал бы об этом, пока не встретил бы другого. Жаль только, что хотя качество его вещей было хорошим, но все они были в 1-м круге. Главное, что его способностей не хватило. Когда его навыки алхимии были достаточно высокими, он мог напрямую улучшать их. Через 5 дней Эли подошел к краю стана. На дороге везде были следы боя, а местами даже кровь и остатки. Многие дома рухнули, и, похоже, битва была довольно напряженной. Эли не сразу вернулся в лагерь. Вместо этого он пошел домой первым. Его сосед-колдун Тиджи уже ушел. Судя по сообщению, которой дала ему Тиджи, она уже покинула это место с магами и готовилась разбить где-нибудь новый лагерь. В конце концов, возможно, однажды ему придется укрыться у магов, и было бы неплохо посетить лагерь волшебников. Что касается Тиджи, то, если бы это было удобно, он бы тоже оказал ей помощь и повысил бы ее статус. Уладив все дела, Элли отправился прямо в лагерь. Чем дальше он шел, тем больше разрушенных зданий видел. На улицах тоже было очень мало людей. По сравнению с прошлым, уровень благосостояния упал более чем на 1 уровень. Потребовалось бы время, чтобы восстановиться. У входа в лагерь Элли действительно встретил кого-то знакомого. Давно не виделись, сэр Герман. Алиса выглядела немного грустной. Хэм, похоже, ты не в хорошем настроении. Что случилось? Спросил Элли. Ну, просто я здесь вырос. Мне грустно видеть это место в таком состоянии. Алиса вздохнула, затем посмотрела на Элли и удивленно сказала. Милорд, вы в 1-м круге? Да, у меня был прорыв снаружи. Поздравляю, мой лорд. Алиса поздравила. Хорошо, тогда я пойду первым. Если у тебя возникнут большие проблемы, я разберусь с ними. Если у тебя возникнут небольшие неприятности, ты можешь прийти ко мне в любое время, сказал Элли. Алиса кивнула и смотрела, как Элли уходит. Отдел зелий. Бах-бах-бах. Заходи. Элли вошел в кабинет Эвины. Вы продвинулись в звании. Эвина была удивлена, увидев входящего Элли. Да, я объединил свою родословную с ежевичным демоном. Элли улыбнулся. Теперь он посмотрел на Эвину. Ее внешний вид не сильно изменился, но сила ее родословной явно была намного слабее. Похоже, она была серьезно ранена в бою. Я знал, что ты сможешь это сделать. Эвина улыбнулась. Теперь лагерю нужны люди. Вы прошли в 1-й круг, так что вас обязательно оценят. Когда придет время, я приведу вас к командиру батальона, сказала Эвина. К тому времени вы должны быть в состоянии получить хорошую должность, и вы получите доступ к лучшим вещам. Как и ожидал Элли, пребывание в 1-м круге приведет к новым изменениям. Я действительно не ожидал, что ты преуспеешь. Тыска-тыска-тыска. Эвина встала, покачала головой и вздохнула. Ее кроличьи уши качнулись. Элли, на меня так смотрит свысока. Хм. Тогда завтра. Завтра я приведу вас к командиру батальона. В последнее время я был очень занят, сказала Эвина. Да, он уже с нетерпением ждал завтрашнего дня. Следующий день. Во главе с Эвиной Элли последовал за ней, чтобы найти командира батальона Кратоса. По дороге Элли посмотрел на ушастую Эвину и спросил. Министр, не могли бы вы рассказать мне о командире батальона? Хотя он прожил здесь много лет, у него было мало контактов с этим командиром батальона. Эх, он на самом деле довольно хороший человек. Он довольно нежен, просто выглядит холодным, а также очень защищает своих подчиненных. В любом случае, он сильный, но мягкий человек, сказала Эвина, немного подумав. Это так? Затем, не спрашивай. Ты узнаешь, когда увидишь его. Элли хотел спросить еще, но Эвина остановила его. В это время они подошли к башне магов. Войдя и доложив охраннику, Элли был доставлен в комнату. «Я не войду», — с улыбкой сказала Эвина. Он кивнул и постучал в дверь. «Заходи», — послышался яркий голос, когда Элли открыл дверь и вошел. Это была небольшая комната, но планировка была совершенно уникальной. Он был в основном коричневым, и по обеим сторонам стен висели волшебные лампы, похожие на масляные лампы. С одной стороны была
книжная полка, заполненная книгами, а с другой стоял волшебный экземпляр волка. Посреди комнаты стоял большой стол, и на него смотрел мужчина. У него были короткие каштановые волосы и темные зрачки. Его лицо выглядело очень комфортно, но возле глаза был горизонтальный шрам. Однако в целом он выглядел очень дружелюбным. «Здравствуйте, сэр Кратос, я Герман». Как представил Ли, он тайно наблюдал. И Вина никак не отреагировала на его маскировку. Он хотел посмотреть, как отреагирует этот командир батальона. «Неплохо, неплохо. Я слышал о вас от Ивины. Ты достаточно опытен в лагере. В конце концов, вы здесь уже более 20 лет. Вы очень добросовестны», — сказал Кратос с улыбкой, источая силу чернокнижника второго круга. «Это все благодаря твоему хорошему управлению лагерем. Иначе у меня не было бы такой среды для самосовершенствования», — сказал Ли. «Ха-ха-ха-ха». Услышав это, Кратос улыбнулся. «Ведь все были готовы слушать дифирамбы. Ну, главное, причина, по которой вас призвали, заключается в том, что в лагере погибло много чернокнижников первого круга, и есть много свободных должностей. В последнее время я был очень обеспокоен. Я готов помочь вам решить ваши проблемы, сэр», — сказал Ли. «Да, я приготовил для вас две позиции. Один из них — возглавить важный отдел, и я боюсь передать его кому-то другому. Ты был с Эвелиной на протяжении десятилетий, и она мое доверенное лицо, так что я тебе доверяю», — восхищенно сказал Кратос. «Какие два. Начальник отдела волшебных растений и начальник отдела утилизации магических реликвий. Отдел волшебных растений и отдел утилизации магических реликвий». Эли моргнул. «Да», — кивнул Кратос. «Отдел волшебных растений – один из самых важных отделов в лагере. Вместе с отделом магических зелий и отделом алхимии они также являются одними из самых важных отделов в лагере. Они отвечают за посадку волшебных растений в лагере. Раньше им руководил мой подчиненный, но он погиб в бою, поэтому мне нужно найти нового начальника отдела», — сказал Кратос. «А как насчет отдела утилизации магических реликвий? Вот что интересовало Эли. Что я могу сказать об этом департаменте?» Кратос нахмурился и сказал. «Как вы знаете, в нашем районе есть несколько магических реликвий. Лагерь отправит людей исследовать их. Для этого и был создан этот отдел. Этот отдел в основном отвечает за управление и хранение различных предметов, которые нельзя продать, и вещей, которые никому не нужны. На самом деле, работы не так много. Когда придет время, вы просто должны управлять им небрежно. Главное, что сейчас в лагере не хватает рабочей силы». Кратос покачал головой и сказал извиняющимся тоном. «Я немного смущен, но удерживать две позиции действительно проблематично. Это не имеет значения. Вот что я должен сделать», — Эли кивнул. «Что за шутка, беда? Он не мог быть счастливее. Забудьте об отделе волшебных растений». У Эли также было свое собственное тайное царство, где он посадил множество волшебных растений. Теперь у него был целый отдел, где он мог экспериментировать с волшебными растениями. Конечно, это не было большой проблемой. Главной наградой стал отдел утилизации магических реликвий, что не нужно колдунам. Это были не более чем вещи, которые нельзя было использовать, или какие-то бесполезные знания, но это было то, что нужно Эли. Это практически отправило его в Золотой дом. В будущем Илаю больше не нужно будет тратить деньги на покупку магических знаний. Он мог просто спокойно собирать их в департаменте. «Да, но не волнуйтесь, магический отдел растений, вероятно, слишком большой, поэтому им всегда занимались два человека. Сегодня я познакомлю вас с вашим коллегой», — Кратос ответил с улыбкой. «К слову о дьяволе, как раз в этот момент в дверь постучали. Он здесь», — Кратос улыбнулся Эли и сказал. «Входите, Роллс». Эли обернулся. Дверь открылась, и вошел мужчина. У него были золотые волосы, слегка красные глаза и слабая улыбка на лице. Он был высоким и стройным, носил черный топ и длинные брюки. Он выглядел чрезвычайно элегантно. «Это Роллс, как и вы, он только что вышел на первый круг. Он объединил родословную второго круга Балора, огненного демона, и имеет возможность прорваться во второй круг в будущем. Даже теневая академия волшебников-ящериц пыталась завербовать его, но он отказался». Кратос представился с улыбкой. «Это Герман, демон из ежевики первого круга. В дальнейшем он вместе с вами будет управлять половиной отдела волшебных растений. Он очень хорош в магической медицине». Точно так же Кратос представил ему Эли. «Приятно
приятно познакомиться», — с улыбкой протянул руку Роулс. Точно так же Элли пожал ему руку. Казалось, что этот человек, который будет работать с ним в будущем, был вполне вежлив. Увидев это, Кратос от души рассмеялся. «Тогда я назначу вам ваши задачи. Поле волшебных трав в настоящее время находится на восточной и западной сторонах. Поскольку отдел утилизации реликвий волшебников находится на восточной стороне, Элай будет отвечать за восток, а Роулс за запад. Что вы думаете?» – раздавал Кратос. «Да, я вас точно не подведу, сэр», – сказал Роулс. «Я тоже могу это сделать». Взглянув на Роулса, Элли тоже кивнул. Он вдруг почувствовал, что с этим его коллегой что-то не так. «Ладно, Роулс, теперь можешь идти. Я устрою Герману другие работы». Теперь, когда он закончил, Кратос махнул рукой, чтобы уволить Роулса. «Герман, мне нужно кое-что рассказать тебе о Роулзе. Надеюсь, вы не пострадали», — сказал Кратос Элли. «Хм, Роулс может быть очень конкурентоспособным во всем и надеется победить своих противников, поэтому он всегда очень серьезен. Надеюсь, вы не слишком сильно на него повлияли. Просто делай все возможное. Кроме того, он немного узколоб. Пожалуйста, простите его, насколько это возможно», — Кратос тактично объяснил. Элли понял теперь, однако он сомневался, что на него это повлияет. «Хорошо, я понял», — Элли кивнул. «Хорошо, это все, что я должен сказать. Вы постепенно познакомитесь с Роулзом. На самом деле, он неплох в других аспектах». Кратос хотел что-то сказать, но остановился, и в конце он оставил только ободряющее выражение для Элли. Элли был сбит с толку. Затем Кратос сказал Элли кое-что, на что следует обратить внимание, и Элли ушел. В мгновение ока прошел месяц. Элли еще предстояло взять на себя свои обязанности, но, перейдя в первый круг, он познакомился со многими новыми колдунами первого круга под руководством Эвины, и уровень людей, которых он знал, снова повысился. Элли также понял, почему в конце у Кратоса было сложное выражение глаз. Хотя Роулс всегда был элегантен и вежлив с окружающими, на самом деле он был человеком, который любил власть. Он был немного недалеким и чрезвычайно трудолюбивым. Если вы обидели его, вы должны были быть осторожны, чтобы он не донес на вас, и часто подвергались наказанию. Но, к счастью, Роулс был очень законопослушным, не выдумывал ничего на пустом месте и не клеветал на других. Поэтому у многих к нему были сложные чувства, но в целом репутация у него была хорошая. Зная это, Элли расслабился. Ему все еще было интересно, что произойдет. Он был таким добросовестным, законопослушным, хорошим человеком. Причем тут нарушение закона? Вот так незаметно пролетело еще полмесяца. Он пришел на ферму волшебных растений. Отдел магических растений располагался за пределами лагеря. Рядом с большим полем волшебных трав стояло трехэтажное здание. Он выглядел очень просто, и на него взошло растение, похожее на плющ. Чего Элли не ожидал, так это того, что он столкнется с Роулзом. «Роулз, давно не виделись», — Элли поздоровался. «Да, я помню, ты Герман. Я надеюсь, что мы сможем работать вместе в будущем». Подойдя, Роулз стандартно улыбнулся. Они встретились у входа, где также присутствовали два заместителя министра. «Министр Герман, я Рона. С этого момента я буду помогать тебе в твоей работе. Министр Роулз, я Эрда. Я помогу тебе справиться с этим в будущем». Поскольку площадь отдела волшебных растений была слишком велика, она была почти эквивалентна двум отделам, вместе взятым, поэтому все было почти удвоено. Единственным общим, вероятно, было здание отдела. Итак, толпа пригласила Элли и Роулза. Более того, их кабинет представлял собой очень большую комнату, каждая из которых занимала половину площади. «Рона, познакомь меня с моей нынешней работой». Элли взглянул на Роулза, который был неподалеку, и сказал Роне: «Министр, поле волшебных трав на востоке занимает в общей сложности 100 акров. В основном он засажен более чем дюжиной волшебных растений, в том числе молчаливым полумесяцем, драценой, крестоцветом и так далее. Это наши работы. На самом деле, нам просто нужно обеспечить качество и количество», — осторожно сказал Рона. Он не слишком хорошо знал характер заместителя министра. Элли кивнул. Как начальник отдела мог все успеть? В основном он зависит от своих подчиненных. «Хорошо», — сказал он. Рона кивнула. Казалось, что с этим министром очень легко разговаривать. «Хорошо, тогда все. Мы поговорим об этом позже». Элли кивнул и собрался уходить. В то же время Эрда только что закончил представлять Роулза. Роулз тоже кивнул. Он посмотрел на Элли. Он спрашивал о нем, и в информации говорилось, что этот человек обычно был очень беззаботен. Он был очень ленив и часто ходил в публичные дома. Такой человек – настоящая раковая опухоль лагеря. Роулз покачал головой, глядя на Элли сверху вниз. Он ненавидел людей,
которые были ленивы и ничего не делали. В жизни надо работать. Он будет усердно работать и стремиться увеличить производство и продажи на своей стороне, а затем вышвырнет Эли из отдела магических растений. Ведь в одном отделе было два начальника отдела. Это заставило его чувствовать себя некомфортно. В этот момент он мог видеть, что Элай собирался уйти, разобравшись в ситуации. «Герман, ты уже уходишь?» «Да». «Что еще нам остается делать?» — спросил Эли, глядя на спину Эли. Когда он уходил, Ротрал задернулся, и он сказал: «Ирда, иди и принеси мне информацию о поле волшебных трав. Мне нужно тщательно изучить его, чтобы лучше культивировать». Он также имел определенные представления о волшебных растениях. В противном случае он не пришел бы сюда. «Хорошо», — сказал он. Ирда тут же пошел за ним, но его лицо дергалось. «Мы все еще работаем сегодня?» Внезапно он почувствовал, что следовать за Ралзом – не лучшая идея. Он посмотрел на Рону, которая тоже собиралась уйти, и показал завистливое выражение. Эли, который ушел, не знал, о чем думал Ролз. Он не мог дождаться, чтобы пойти в другой отдел, чтобы посмотреть отдел магических реликвий. Это было практически то, чего Эли хотел всю свою жизнь. Вскоре Эли прошел через несколько узких тропинок и увидел департамент в дальнем углу лагеря. Однако, глядя на заросшую землю перед собой и низкое двухэтажное здание неподалеку, он вдруг понял, что этот отдел намного уступает отделу волшебных растений. Однако Эли все же пошел по тропинке и вошел. Очень быстро кто-то пришел, чтобы показать Эли вокруг. «Пол, в нашем отделе всего 6 человек, Эли сказал Полу. Павел был заместителем министра департамента. Это был худощавый старик с очень редкими волосами. «Да, мой господин, нас всего несколько человек», — Пол кивнул. Эли мог только принять свою судьбу. Вскоре Пол представил ему работу, которая заключалась в хранении и транспортировке бесполезных вещей после разведки. У него часто было несколько месяцев свободного времени в году. Возможно, поэтому, несмотря на то, что Эли уже был министром другого ведомства, он все равно был назначен на это место. «Забудь это, просто отвезите меня на склад департамента». Игнорируя эти детали, Эли сказал Полу. Эли все еще интересовались реликвиями мага. Он хотел посмотреть, есть ли что-нибудь нужное на складе. Склад находился на полпути к вершине горы позади департамента. Это было пространство, вырытое посреди горы для хранения. Хотя внутри было много вещей, большинство из них были бесполезны. Это было потому, что исследователи забирали ценные вещи и не оставляли ничего ценного Эли. Конечно, это было только для колдунов. Там все еще могут быть некоторые вещи, которые могут использовать маги. У подножия горы уголки рта Элая дернулись, когда он увидел, как Пол вынул связку ключей с пояса и ловко открыл дверь, запертую железными цепями. Он впервые видел такие простые ворота с тех пор, как пришел в лагерь. Будь то подразделение зелий или демонических растений, там были не только всевозможные формирования заклинаний, но и патрулирование колдунов. Однако мало того, что никто не охранял это место, так еще и использовали такую слабую дверь. «Не слишком ли неосторожна эта защитная мера?» — спросил Ли, глубоко вздохнув. Пол на мгновение озадачился, а потом сказал: «Но на складе нет ничего ценного. Большинство из них – бесполезный мусор». Эли: «Ладно, похоже, он переоценил этот отдел». «Хорошо, я зайду и посмотрю». Покачав головой, Эли последовал за Полом в открытую дверь. Используя простое заклинание нулевого круга, все пространство мгновенно осветилось. Перед ним было огромное пространство. Площадь земли была размером с футбольное поле, а высота около 10 метров. По обеим сторонам помещения стояли полки со всевозможными предметами. Это было не склад, а скорее помойка. «Мой лорд, это все предметы. Если моему лорду что-то приглянулось, просто возьмите это. Записей об этих предметах нет, и никого это не волнует», — напомнил ему Пол. «Да, да». Эли кивнул и вошел внутрь. Как только он подошел к первой полке, предметы на ней удивили его. На третьем уровне полки был предмет, похожий на монокль с золотой рамкой. На другом конце была цепочка, которая выглядела интересно. «Хозяин, это выкопали из руин. Его оставил маг. Кажется, это объект, используемый для наблюдения за колебаниями души. К сожалению, похоже, что это связано с силой духа и может использоваться только магами. Возможно, в прошлом это имело какую-то ценность, но сейчас это никому не нужно». Эли моргнул. Он наблюдал колебания души. Похоже, это было именно то, что ему было нужно для его эксперимента. «Выглядит довольно неплохо,
так что я возьму его». Элли забрал его. Пол кивнул. Это не имело значения. Убрав очки, Элай продолжил поиски внутри. Он думал, что вещи здесь будут хорошими, но понял, что совершенно ошибался. Здесь почти ничего не было. Очки, которые были раньше, возможно, уже сейчас являются самой ценной вещью. Элли был немного разочарован. «Нам все еще нужно идти дальше. Если мы пойдем дальше, там есть несколько книг, которые когда-то были написаны магами. Они в основном знакомят с миром магов и другими вещами». Пол продолжал говорить на ходу, рассказывая Элли обо всем, что здесь происходило. «Ой!» Услышав это, Элли снова заинтересовался. В конце склада на земле были свалены всевозможные книги. Некоторые выглядели так, будто их раскусили жуки, а многие из оставшихся были гнилыми. «Черт возьми, неужели эта группа колдунов не знала, как правильно хранить свои книги?» «Пол, найди нескольких человек, чтобы разобрать книги и отправить их мне. Я посмотрю на них. Я избавлюсь от мусора». Элли нахмурился, как будто он был немного недоволен этой кучей. «Хорошо, я тоже думаю, что пора собираться. Эти книги – такой мусор». Пол кивнул, но вдруг почувствовал холодок позади себя. Он повернулся и посмотрел на Элли, который все еще добродушно улыбался. «Странно», – с любопытством прокомментировал Пол. «Ну вот и все. Я буду приходить сюда время от времени в будущем, и ты по-прежнему будешь отвечать за это место», – кивнул Элли. «Да, министр». Пол улыбнулся. Уладив дела отдела, жизнь Элая вернулась в нормальное русло. Все развивалось в хорошем направлении, и казалось, что жизнь возвращается в нормальное русло. Каждый день он ходил в отдел зелий на полчаса, а потом проводил опыты дома. Очки в золотой оправе также очень помогли Элли. В лаборатории был помещен еще один цветок кровавого бамбука. Когда инструмент был активирован, несколько элементарных частиц проникли в цветок кровавого бамбука. В состоянии экстремальной скорости снова появилось таинственное колебание, прямо высасывающие кровь из цветка бамбука. Однако за флуктуацией Элли постоянно наблюдал. Значит, вот так. Под объективом был другой мир. В тот момент, когда появилось колебание, Элли увидел, что цветок бамбука сначала произвел быструю частоту, затем дюжину маленьких колебаний и, наконец, произвел эту мощность. Это также был первый раз, когда Элли почувствовал, что он так близок к этой пожирающей силе. Однако, несмотря на то, что он приближался, эксперимент, похоже, занял больше времени, чем ожидал Элай. Основная причина заключалась в том, что частота была слишком длинной, но и слишком быстрой. Если бы он все анализировал, это могло бы занять много времени. Значит, все должно быть перевернуто. Уголок рта Элли дернулся. После сегодняшнего наблюдения он понял, что его прежний ход мыслей был совершенно неправильным. Первоначально он думал, что колебания мощности были просто волной, но он не ожидал, что это будет дюжина коротких сегментов, соединенных вместе. Это было совершенно неправильно. Ему пришлось начать с самого начала. Десятилетия напряженной работы рухнули в один день. Если бы это был любой другой маг первого круга, его, вероятно, стошнило бы кровью. Но Элли покачал головой и снова принялся обговаривать направление эксперимента. Чтобы исправить ошибку, потребуется всего несколько десятилетий. В любом случае, он не ожидал, что эта проблема будет решена в ближайшее время. Взгляд Элли постепенно стал решительным. Это тоже было его преимуществом. Через бесконечное количество времени цена его проб и ошибок будет бесконечно снижена, а время всегда будет на его стороне. Пол также отправил все книги Элли. Элли начал читать. 40 книг были повреждены и нечитаемы, остальные 50 были в основном общими знаниями, а оставшиеся 10 представляли собой разрозненные знания, которые были очень фрагментарны. Первое, на что обратил внимание Элай, был раздел науки, который в основном представлял некоторые места в мире магов, географию мира или врагов из других миров, с которыми они столкнулись. Он читал с большим интересом. Именно в этот момент он понял, насколько могущественны маги. Им покорились многие другие миры, и они даже имели титул рабовладельцев бесконечного мира. Однако такая огромная цивилизация внезапно изменилась более 4000 лет назад. Маги, у которых были способности, покинули мир магов, а те, у кого не было способностей, остались. В результате он превратился в современный мир. В одном из журналов был такой отрывок, который привлек внимание Элли. «Это ужасное. Мы им не пара. Мы проиграли». Что было? Время в этом журнале соответствует времени побега магов. С чем они столкнулись? Мир с множеством магов семи кругов внезапно рухнул. «Забудь это. Это не то, о чем я могу сейчас беспокоиться». Элли покачал головой и продолжил листать книги на другие темы. Что касается других книг, то большинство из них были короткими, но они также дали Элли некоторые новые идеи. Короче говоря,
То, что Элли пришел в этот департамент, было правильным решением. Время медленно шло. Этим утром, как обычно, Элли зашла в кабинет отдела волшебных растений. Он лежал в кресле и читал отчеты за последние несколько дней. Рона тоже сидела на диване неподалеку и пила чай. Время было мирным. С другой стороны, в кресле сидел Роулс, серьезно занимаясь всевозможными вещами в области волшебных трав и активно принимая меры. Рядом с ним Ирда тоже постоянно листал документы. На мгновение весь офис наполнился двумя разными изображениями. Эрда был занят своей работой, время от времени с завистью поглядывая на Рону. Роулс тоже не сводил глаз с документов, но увидев, что Элай уже собрался уходить, больше не мог сдерживаться. «Элли, ты снова уезжаешь?» «Ага, пора с работы». Элли взглянул на Роулза. «Тогда почему бы вам тщательно не проверить свойства поля магической медицины, распыление различных питательных веществ и другие вопросы?» «Не надо, я уже все устроил». Элли взглянул на Роулза, сбитый с толку. «Гэм». Роулз не находил слов. Он сказал: «Ты такой неосторожный. Я забыл вам сказать, что уже сказал командиру батальона Кратосу. Если ты плохо справляешься с этой работой, я обязательно заставлю тебя покинуть этот отдел. Посадка волшебных трав – это больше, чем просто чтение отчетов. Я предлагаю вам больше практиковаться вместо того, чтобы сидеть здесь. Я хожу в поля каждый день. А вы?» Элли взглянул на Роулза. «Я занимаюсь сельским хозяйством более 100 лет, и мне все еще нужно, чтобы вы меня научили?» Элли пожал плечами и ушел без забот. Рона тоже очень удивилась, что их министр был таким смелым, но тут же последовал за ним. Рот Роулза продолжал дергаться. «Что ты имеешь в виду, Падо? Он совсем не заботится обо мне?» Рядом с ним Ирда тоже широко открыл рот. Однако, когда он увидел, что Роулз оглядывается, он тут же опустил голову. «Эрда, принеси мне сегодня всю информацию о поле волшебных трав. Я собираюсь изучить его и перераспределить посадочные модули, чтобы увеличить производство». Уголок рта Эрда дернулся. «Большой брат, ты можешь не работать так усердно?» Он не покидал это место больше месяца. «Хм, когда будут результаты производства, мы узнаем, кто больше подходит для этого места», — сердито сказал Роулз, взглянув на спину Элая. «Как можно расслабиться на работе?» Это было предательством доверия к ним. Командира поля располагались по обеим сторонам лагеря. Элли находился на восточной стороне, а Роулз — на западной, так что, если бы не было несчастных случаев, их встреча была бы почти невозможна. Роулз хотел избавиться от Элли, но, конечно, он не собирался просто сидеть и ничего не делать. Элли уже был хорошо знаком с посадкой волшебных трав в поле, поэтому он снова потратил полчаса на планирование. Затем он проинструктировал своих подчиненных, как сажать каждую волшебную траву и как готовить определенные питательные растворы. Все это заняло несколько часов. После этого Элли совершенно перестал заботиться о волшебном травяном поле. Он лишь изредка заходил посмотреть. Роулз, с другой стороны, часто ходил на поле волшебных трав, постоянно отдавая приказы тут и там, и так далее. С другой стороны, Элли также получил новости о Тиджи. Новый лагерь магов располагался в горах Криса, далеко от лагеря чернокнижников. Она также взяла с собой волшебное зелье, которое Элли дал ей перед отъездом, и она продвинулась на один шаг, став лицом, ответственным за небольшой отдел в лагере. Тиджи была служанкой Элли, но Элли намеревался помочь ей исследовать мир нынешнего мага, поэтому он все же дал ей некоторые ресурсы. Конечно, то же самое было и с маленьким Россом. При необходимости Элли вложил бы в него деньги. Элли надеялся, что сможет стать сильнее и подняться выше в Академии Чародея Теневых Ящеров. Конечно, это была лишь одна из его инвестиций. Неважно, удалось это или нет, в любом случае, он инвестировал в довольно много людей. Даже если один из них преуспеет, затраты Элая будут возмещены. Это также было одной из радостей бессмертия. Он просто повторял то, что делал в Брюне. Говоря об их воспитании, Элли, конечно же, не забывал двух своих учеников, Вивику и Дэвида. Судя по тому, что он мог ощутить, Дэвида в это время здесь даже не было, а путь, который он выбрал, выглядел как путь мага. Более того, он уже пробился во второй круг и превзошел Элли. С другой стороны, Вивика была на пути колдуна по родословной. Она могла все еще быть на этом континенте, но она не была очень близка с Элаем. В данный момент она находилась на уровне предела первого круга и вот-вот должна была прорваться. Что касается другой информации об этих двоих, Элли понятия не имел. Что касается того, встретятся ли они в будущем, это будет зависеть от судьбы. У них двоих все еще был отпечаток Элая в их сознании. В данный момент Элай не слишком волновался, но чувствовал себя немного неловко. Казалось, что они вдвоем уже превзошли его. Вздох,
но в конце концов они все умрут. Он покачал головой и надеялся, что они смогут продержаться до того дня, когда встретит его. В мгновение ока прошел месяц. Все в лагере потихоньку восстанавливалось, но на поле волшебных трав возникла небольшая проблема. Что это за насекомые? Эли нахмурился, глядя на маленького червячка на безмолвном полумесяце. Они были размером с ноготь, сине-белого цвета с черными пятнами по всему телу. Они цеплялись за безмолвный полумесяц и уничтожали волшебные растения. Это был маленький жук, который вчера внезапно появился в районе плантации молчаливого полумесяца. Их было немного, но они были очень вредны для молчаливого полумесяца. Они постоянно выпускали феромоны, разрушающие экстраординарные свойства растений. «Сэр, мы нашли эти жучки вчера, но испробовали множество способов, но безрезультатно. Что более тревожно, так это то, что эти жуки размножаются очень быстро», — с тревогой сказала Рона. Безмолвный полумесяц был волшебным растением, которое росло больше всего на поле волшебных трав. Он не мог допустить, чтобы с ним что-то случилось. «Хорошо, я знаю. Вы сделали УЗИ, зелья и подавление родословной?» — спросил Эли, нахмурившись. «Наши зелья еще не работают, а эти жуки, похоже, обладают сильным сопротивлением звуковым волнам. Родословная полезна, но для высвобождения ее ауры требуется родословная от двух кругов и выше. Только тогда эти жуки будут медленно уходить», — сказала Рона. «Это так?» — Эли нахмурился. «Сокращение производства волшебного растения определенно повлияет на него. Нужно было знать, что как министр, ты будешь отвечать за выход продукции. Эли мог бы остаться в поле, чтобы отогнать жуков, но у него не было времени». «Хорошо, вы, ребята, сначала используйте другие методы. Я вернусь первым». Нахмурившись, Эли на мгновение задумался, потом поймал несколько жуков и ушел. На другой стороне Ролс тоже нахмурился и не знал, что делать с этими насекомыми. Это было не то, в чем он был хорош. Он сразу же отыскал знакомых колдунов с родословной насекомых и начал с ними дискуссию. Однако эти колдуны изучали только свои родословные и мало знали о вредителях. Он обошел вокруг и обнаружил, что ни один чернокнижник не понял ошибки. Эти люди изучают только свою родословную. Наконец Ролс беспомощно вздохнул. Так было и в нынешнем магическом мире. Выйдя из другого дома, он случайно оказался на поле волшебных трав. Или это тоже был его первый раз здесь? Эх, на самом деле он тоже кое-что поправил. Ролс был удивлен, обнаружив, что план поля магических трав изменился. Он думал, что ничего не было сделано. Или не был ленив. Ролс слегка признал Или. Но когда он подошел к тихому району полумесяца и увидел, что лишь несколько человек используют человеческую силу, чтобы отогнать жуков, его рот дернулся. Он переоценил Эли. «Это верно. Похоже, я смогу избавиться от него, когда придет время». Роулс немного расслабился. Поскольку Эли был таким ленивым, было бы намного легче его прогнать. Однако Роулс чувствовал, что другие волшебные растения растут довольно хорошо. Большинству растений здесь было по 2 года, так что сейчас он ничего не мог разглядеть. После некоторого наблюдения он покинул это место. Эли принес жука обратно в лабораторию. Эли начал новые эксперименты, начал целенаправленно изучать ошибку, готовясь решить проблему с ошибкой. Выбор Эли состоял в том, чтобы подготовиться к замене репродукции. Было трудно убить его напрямую, но все же можно было заставить его потерять способность к размножению. В любом случае продолжительность жизни этого насекомого была очень короткой, вероятно, всего 1 или 2 дня. Что касается подобных исследований, то Эли провел много таких исследований, когда изучал кровных существ. Теперь он просто пытался воспроизвести свои более ранние эксперименты, поэтому 2 дня спустя Эли приготовил зелье. Он отнес зелье в отдел зелья и попросил Эвину, чтобы персонал произвел много, прежде чем вернуться на поле зелий. «Министр, это действительно сработает?» — в замешательстве спросила Рона, глядя на распыленное зелье. «Ты узнаешь завтра». На лице Эли появилась улыбка. «Следующий день, боже мой!» Рона опустился на колени и подобрал трупы жуков с поля волшебных трав. Его лицо выражало шок. На земле было много крошечных насекомых, но эти яйца не вылупились. Не было никаких признаков жизни, и они были почти полностью мертвы. Все это было вызвано этим волшебным зельем. «Босс, это ты сделал?» — Рона сказала с ошеломленным выражением лица. «Что вы думаете?» — Эли бросил на него взгляд. Рона была искренне убеждена. Вскоре новости о волшебном зелье постепенно достигли ушей Ролза. Однако он знал только то, что в отделе волшебных зелий есть волшебное зелье, способное вылечить жука. Он не знал, кто его состряпал, поэтому мог только попросить немного у Эвины. Вместо того,
Чтобы дать ответ Ралзу в тот день, Ивина пришла спросить Эли: «Просто отдай ему, это не имеет значения, или я не заботился об этих вещах». Ролз был именно таким, он был просто немного узколобым. Эли не возражал, он сказал Ивине не говорить ему, что это он придумал зелье. Вскоре зелье получил и Ролз. Той ночью он посмотрел на бутылку с волшебным зельем и выразил глубокое недоумение. Как это делается? Какой принцип стоит за этим? Ролз был ошеломлен, совершенно не понимая принципа. После простого анализа препарата он еще больше запутался. Какой мастер сделал это? Ролз покачал головой, чувствуя, что никто в лагере не может так быстро приготовить волшебное зелье. Это было просто смешно. Других это, казалось, не заботило, но только он знал, насколько высок уровень человека, изготовившего зелье. Жаль, что я его не знаю. Если бы только он был тем, кто научил меня зельеварению. Ролз вздохнул от волнения. Нет, я квалифицирован. Такой мастер зельеварения должен быть как минимум чернокнижником второго круга. Навыки зельеварения нынешних колдунов действительно средние. Чернокнижники отказались от слишком многого, а зельеварение уже упало до невероятного уровня. Официальные чернокнижники не были чувствительны к определенным элементам из-за своей родословной, а зелий было очень мало, и еще меньше зелий высокого уровня. По крайней мере, не было никаких сомнений в том, что Эли был самым сильным в лагере. Точно так же Ролс использовал зелье Илая без его ведома. Когда он увидел эффекты на следующий день, он тоже вздохнул. Это слишком мощно. Наконец он вздохнул с облегчением, когда вопрос с насекомыми был решен. Для него, пока этот вопрос будет решен, через год наступит время выгнать Илая. Как может быть два начальника в одном отделе? Ролс усмехнулся. Он просто хотел победить Илая честно и честно. Это будет легко, потому что он так много работал. Вот так Эрда и провел самый напряженный год в своей жизни. Наблюдая за тем, как Ролс каждый день старательно возится с зельями и рассеивает жуков на травяном поле, Эли услышал об этом и перевернулся со своего кресла. Ролс мог делать все, что хотел. Эли выполнил свою часть работы. Ролс был очень трудолюбивым, но он был колдуном. Хотя он провел некоторые исследования, по сравнению с колдуном, таким как Эли, ему не хватало практики. Были некоторые вещи, которые он делал, исходя из своего опыта, не понимая причины. Не было никакого сравнения. Можно сказать, что это был матч между Ралзом и Лаем. Это также была битва мыслей между волхвами и колдунами. Колдуны, утратившие стремление к истине, полагались на раскопки родословных, чтобы стать сильнее. Однако для магов знания и истина были их оружием, и зельеварение было одним из них. Я очень скучаю по магическому миру прошлого. В кабинете Эли посмотрел на Ралза, который снова ушел, и вздохнул. Затем он снова перевернул свое тело. Было так удобно лежать на работе, год пролетел в мгновение ока. Для Илая это не значило ничего особенного, но для Ралза он чувствовал себя запутанным и взволнованным. После 2 лет роста последняя партия волшебных растений на поле волшебных трав в основном созрела, и ее можно было собирать. Он также подумал, что сейчас самое время прогнать Эли. Такой человек слишком слаб. Ролс покачал головой. Он был очень недоволен Эли. Хотя он никогда больше не ходил посмотреть на поле волшебных трав Илая, из беззаботной повседневной жизни Илая было ясно, что он не прикладывал к этому слишком много усилий. Он не был похож на него, который был сознательным. Завтра время доклада. Тогда я обязательно подам жалобу командиру батальона Кратосу. Ролс посмотрел на производственный отчет и улыбнулся. Он был очень уверен. Следующий день Эли и Ролс прибыли в офис Кратоса. На самом деле, каждый отдел должен был отчитываться перед Кратосом о развитии отдела, а специальный отдел волшебных растений должен был каждые 2 года составлять сводку о росте волшебных растений. Придя сюда снова, Илай вообще ничего не почувствовал. В руке он держал документ, а Ролс, стоявший прямо рядом с ним, уверенно улыбался. «Расскажи, как ты провел эти 2 года?» — с улыбкой спросил Кратос. Илай и Ролс были его подчиненными нового поколения, поэтому ему было трудно сказать, к кому из них он склонен. Однако, что касается Ролза, чернокнижника с родословной второго круга, то, хотя у него были небольшие недостатки, он был серьезен в своей работе, и Кратос возлагал на него большие надежды. «Мой лорд, этот год был очень гладким для отдела волшебных растений, особенно для той части, которой я руковожу. Выход всех волшебных растений увеличился в значительной степени, среди которых безмолвный полумесяц увеличился на 10% по сравнению с позапрошлым годом. Другие культуры, такие как солнечный венчик, змеиная плодовая трава и тому подобное,
также увеличились в разной степени, гордо сказал Роулс. Конкретные значения молчат полумесяца. Роулс говорил с жаром и уверенностью, держа в руках документ. Кратос также удовлетворенно кивнул и похвалил. Роулс, хорошая работа. Он действительно был очень доволен. Это была самая высокая производительность в лагере за последние 10 лет. По сравнению с позапрошлым годом производство увеличилось примерно на 20%. Хоть это и не показалось много, но уже было очень хорошо. Вот что я должен сделать. Я каждый день хожу на поле волшебных трав и использую множество методов. Я часто работаю до поздней ночи. Раарс показал улыбку и выразил свои усилия. Говорят, что тяжелая работа ценится больше, когда ее видит начальник. Эли, а ты? Эти 2 года, я думаю, ты бездельничал. Может быть, отдел волшебных зелий привык к такой жизни. Ты не можешь быть таким. Отделу волшебных растений нужны люди, готовые выполнять тяжелую работу. С улыбкой сказал Роулс. Что касается его сердца, то он уже думал о том, что он должен сказать позже, чтобы избавиться от Эли. Эли, а ты, Герман? Спросил Кратос, разобравшись с Роулзом. Добыча на моем месторождении немного ниже, чем ожидалось, сказал Эли. О, насколько? С любопытством спросил Кратос. 40%. Пф-ф-ф. Роулз прикрыл рот рукой и рассмеялся в душе, но извинился. Прости, я не ожидал, что ты будешь настолько плох. Действительно, немного нехорошо. Кратос тоже нахмурился. Это на 40% меньше, чем в предыдущие годы. Что это было? Хотя в прошлом году произошла катастрофа с насекомыми, такого быть не должно. Это действительно немного плохо. Я изначально думал, что производство увеличится как минимум на 60%, но это мало. Это действительно намного хуже, чем я ожидал. Эли согласно кивнул. Кратос потерял дар речи. Роулс потерял дар речи. Что ты только что сказал? Увеличить производство? Воскликнул Роулс с растерянным видом. Верно. В этом году молчаливый полумесяц. Разбросанных частей должно быть чуть больше 40%. А после округления должно быть 40%. Эли странно посмотрел на них. Разве мы не говорим об одном и том же? Сбоку рот Кратоса дернулся. Что потрясло его еще больше, так это то, что у Эли увеличилось производство. 40%? Как, черт возьми, он это сделал? Как ты сделал это? Кратос был в недоумении. Прежние методы и процессы посадки были слишком грубыми, с любопытством сказал Эли. Я лишь немного поправился. Кратос глубоко вздохнул, чувствуя, что между ним и Эли пропасть поколений. Сырой? Кратос на мгновение задумался. Их метод посадки, казалось, был обновлен 30 лет назад. Он задавался вопросом, кто учил их в то время, но они использовали это все время. Это было очень грубо. Кратос начал сомневаться в своих знаниях. 40%, 40%, все еще бормотал Роулс. Нет, я думаю, мы должны пойти и увидеть это лично. Я не верю в это. Роулс покачал головой и сказал. Увеличение производства на 40% было слишком нелепо. Он усердно работал и ежедневно проверял результат. Но кто-то вдруг сказал ему, что он придерживался плохих методов и что он даже не так эффективен, как Эли. Для него это было немного неприемлемо. Хм, теперь, когда Роулс так сказал, давайте взглянем туда. Кратос тоже не особо в это верил. Эли кивнул. Быть посему, выращивание магических зелий также было типом знаний, которые нужно было корректировать в любое время. Было бы чем-то вроде мечты полагаться на единственный метод, гарантирующий высокий урожай. Эта группа людей уперлась в землю до того, что стала дураками. Вскоре Кратос, Эли и Роулс прибыли на ферму Эли. Министр А, командир батальона. Пол случайно оказался там и воскликнул, увидев их троих. «Да, мы с нашим комбатом пришли посмотреть», — Эли кивнул, показывая ему, чтобы он делал свое дело. У Кратоса и Роулза не было времени обратить на него внимание, потому что они молча смотрели на поле волшебных трав перед собой. Некогда редкий безмолвный полумесяц рос как пшеница, как и другие волшебные травы. Еще больше их удивило то, что общее качество волшебных растений также было очень высоким. Неплохо, совсем неплохо. Кратос кивнул с улыбкой. Поле волшебных трав считалось его собственностью, и он тоже мог получить от него большую прибыль. Конечно, Эли также получит часть прибыли. В этот момент Роулз больше не мог говорить. Он просто продолжал глубоко дышать, чувствуя себя немного неловко. Его тяжелая работа была не так хороша, как ежедневная работа в кресле. Это привело к краху его мировоззрения. Эй, подожди минутку. Внезапно Роулс, казалось, что-то увидел и направился к волшебному полю с травами. Это место также было захвачено этими жуками, подтвердил Роулс. Да, естественно, Эли знал, о чем говорил. Волшебные растения, которые были съедены семенем,
как правило, имели небольшой след, и их лечебные свойства также уменьшались. Кратос с интересом смотрел на эту сцену. Он знал о багах, но проблема была решена быстро, поэтому он не обратил на это внимания. Было ли что-то еще, чего он не знал? Да, если я правильно помню, когда я пришел сюда, здесь было больше насекомых, чем было у меня дома. Я решил проблему с вредителями после использования волшебного зелья отдела волшебных зелий, но что насчет вас? Вы, должно быть, использовали одно и то же зелье. Но как ты получил зелье раньше меня? Рос встал и серьезно посмотрел на Элли. Вы намеренно вступили в сговор с отделом зелий? Я помню, что вы были там заместителем министра в прошлом. Ролс посмотрел на Элли острым взглядом. Сцена была торжественной. Элли смотрел на них, немного потеряв дар речи, не особо желая объяснять. Но зелье разработал заведующий отделением Герман. Внезапно кто-то сбоку заговорил. Это была Рона, которая следовала за ним неподалеку. Что? Ролс внезапно вырвался на свободу и посмотрел на Рону. Это зелье было разработано министром, а затем отправлено в отдел волшебных зелий. В противном случае вы бы не получили зелье, министр Ролс. Рона мгновение колебался, но все же сказал это. Он чувствовал, что его лидера нельзя так оклеветать. Ты тот, кто создал это зелье. Ролс не мог больше терпеть и посмотрел на Элли. Элли ничего не сказал. Он только кивнул и посмотрел на Ролза, как на идиота. Ролс, почему ты не сказал об этом раньше? Кратос тоже внезапно осознал. Затем он посмотрел на Элли с восхищением. Хотя этот его коллега был только в первом круге, он действительно был человеком с большими возможностями. Казалось, что он должен был уделять ему больше внимания в будущем. Элли, Ролс все еще хотел что-то сказать, но Кратос остановил его и сказал: «Все, Ролс, я должен тебя покритиковать. Элли, такой хороший пример, как ты мог не поучиться у него?» Ролс едва не выплюнул полный рот крови. Образец для подражания. Он ходил на работу раз в 3 дня, а когда приходил, все, что он делал, это ложился в кресло. Он вдруг почувствовал, что мир потемнел. «Эх, на этот раз я проиграл». Ролс посмотрел на Элли и вздохнул. «Когда мы были на соревнованиях, Элли был сбит с толку». Ролс был ошеломлен. Элли даже не обращал на него внимания. Он прикрыл грудь и отступил на 2 шага назад. Впервые в жизни он почувствовал, что мир серый. На обратном пути Ролс шел сзади с опущенной головой. Кратос и Элли разговаривали с жаром и уверенностью. Кратос впервые поделился историей своей жизни. Затем он начал говорить с Элли о зельях. Главное, что он совсем не разбирался в зельях. Вернувшись в башню, Кратос посмотрел на Элли и похвалил. «Герман, ты должен учить Ролза. Он может не понимать этих вещей». Элли кивнул. Ролс закрыл глаза. Если бы не Элли, он внес бы наибольший вклад в производство магических растений за последние несколько десятилетий. Однако его мир рухнул. Проще говоря, он оцепенел. Ролс ушел в изумлении. Он посмотрел на спину Элли и вздохнул, но потом снова заволновался. Он молча поклялся, что превзойдет Элли и нанесет ему сильный удар. «Просто подожди, Хаймыв». Ролс фыркнул, уходя. С другой стороны, Элли почувствовал позади себя голос Ролза. Он взглянул на него, закатил глаза и повернулся, чтобы уйти. Репортажи о поле волшебных трав закончились, и волшебные растения начали продавать. В процессе Элли также начал пробираться к части волшебных растений, которые он посадил в тайном царстве. Честно говоря, эта часть была не меньше, чем в лагере, поэтому Элли продал только небольшую часть, и он будет продавать их потихоньку, когда освоится в процессе. Кратос также дал ему некоторые преимущества. Впервые количество волшебных камней в хранилище Элла достигло ужасающей цифры в 5000, что для него было очень много. Однако, несмотря на то, что он много приобрел, он также потреблял много магических камней, особенно в экспериментах по поглощению силы. Каждый месяц ему приходилось тратить не менее нескольких сотен волшебных камней. Это было возможно только сейчас, потому что в прошлом он бы обанкротился. В процессе Ролс также проверил Элли, чтобы узнать, забрал ли он какую-либо прибыль от дела для себя. Ведь так делали многие министры. Но после проверки он понял, что Элай действительно до смешного чистый. Элли ничего не брал из департамента. Это разрушило его план использовать эту штуку, чтобы выгнать Элая. Еще больше его огорчило то, что ему еще предстояло научиться выращивать волшебные растения у Элли. Услышав о сложном процессе, он немного уверился. Он не проиграл без причины. Конечно, это было другое дело. Он по-прежнему считал Элли бельмом на глазу. Он все еще хотел прогнать Элли,
но у него не было шанса. Он был беспомощен против чистого гражданина. Как он мог быть таким соблюдающим правила? И когда Элли услышал об этом, он улыбнулся. 5 лет пролетели в мгновение ока. Как обычно, Элай первым направился в отдел волшебных растений. Пока он шел, он мог слышать множество сплетен, большинство из которых касалось Академии теневых ящеров, колдунов и командира батальона, как будто что-то случилось. Полный сомнений, Элли пришел в офис Рона. Что случилось недавно? Элли спросил заместителя министра Рону. Вы тоже слышали об этом, министр? Рона выпрямилась. По сравнению с тем, что было 5 лет назад, в его волосах было больше седых прядей. Я слышал, что неподалеку недавно были обнаружены большие магические руины. Туда отправилась группа студентов Академии чернокнижников теневых ящеров, но многие люди погибли, а некоторые оказались в ловушке. После этого Академия приказала комбату Кратосу идти спасать людей, но комбат отказался. После того, как люди из Академии погибли, Кратос отправил людей исследовать руины и вернул вещи. Рона сказал тихим голосом, когда увидел, что вокруг никого нет. «Я понимаю», — Элли нахмурил брови. Он был в секретном самолете круглый год и выходил только раз в несколько дней. Этот инцидент произошел, когда он был внутри секретного самолета. Видите ли, вчера кто-то из Академии приходил забрать вещи, но обстановка была очень напряженной. Рона развел руками и беспомощно сказал. «Они забрали вещи», — прошипел Элли, чувствуя легкую жалость. Он как раз собирался сказать, что собирается посмотреть и посмотреть, есть ли что-нибудь, что можно было бы использовать, но он был напрасно счастлив. «Хорошо, я здесь ненадолго. Время идти». Кратко просмотрев работу за последние несколько дней, Элли развернулся и ушел. Следующим пунктом назначения был отдел управления магическими реликвиями. «Будьте осторожны, министр». Рона выслала Элли из департамента. Минут через 10 Элли прибыл в другой отдел. «Начальник отдела, вот некоторые из ваших любимых книг и предметов в последнее время. Хотите посмотреть?» – спросил Пол в департаменте. «Новые вещи?» – Элли был удивлен. «Да, это из близлежащих руин», – ответил Пол. «Разве их всех не забрали?» На лице Элли появилось странное выражение. «Сэр, ценные вещи действительно увезли, а остальное отправили сюда, потому что это мусор». Пол случайно выпалил то, что думал. «Возьми меня туда». Интерес Элли был пробужден. «Да». Очень быстро они прибыли на склад. Открыв ее, Элли вошел. В конце склада была груда новых книг. Его глаза загорелись, когда он увидел их, и он быстро подошел. Было около дюжины новых книг, и все они были очень новыми. Хотя какие-то следы истории были, проблем с их сохранностью, книжными обложками и другими аспектами не было. Он открыл один. «Предварительное понимание колдовства проклятия». Глядя на слова на первой странице, Элай вдохнул холодный воздух. Это было знание, которого он никогда раньше не понимал. Как был этот мусор? Это было сокровище. Пролистав несколько страниц, Элли был уверен, что это новое знание, и попросил Пола уйти первым. Элли снова начал серьезно читать книгу. Время шло медленно, и он понял и изучил ужасающую черную магию, известную как колдовство проклятия. Он еще больше удивился. Согласно книге, колдовство проклятий состояло из трех основных частей: цель, среда и окончательная цена. Цель была проста для понимания. Это был человек, который был целью проклятия. Среда была предметом, связанным с целью. Конечно, это может быть и бестелесная вещь, например, имя. Однако, если кто-то выбрал эту среду, он должен был быть готов к неудаче. Конечно, это была другая история, если кто-то был сильным. Цена была самым важным для заклинателя. В определенной степени школа проклятий была связана с судьбой. Всегда была цена, которую нужно заплатить. Большинство темных магов культивировали паразитов в своих телах, чтобы компенсировать цену или другие методы. Поэтому даже темные маги редко использовали проклятие. Это действительно было заклинание, способное навредить самому себе, даже если бы он хотел навредить врагу. Однако Элли все равно был очень счастлив, ведь это были новые знания, и они были бесплатными. Если бы это было в прошлом, никто бы не оставил его здесь. Уважение к знаниям было образованием, который получал каждый маг. В прошлом в заметках Салина также много раз подчеркивалось, что это оказало большое влияние на Элли. Итак, Элли пошел домой с книгами. 2 месяца спустя Элли глубоко вздохнул и отложил последнюю книгу по колдовству в сторону, чувствуя, что снова стал сильнее. «Раз я выучил это, я должен применить это на практике», — поджимая губы, подумал Элли. «Но на кого мне нацелиться, чтобы прощупать почву?» Глаза Элли загорелись. «Я понял». Элли сел сбоку, и мгновенно, под действием его ментальной силы, на земле одна за другой появились руны. Также появились большие тени, испускающие всевозможные странные ауры. Тьма,
которая глубже тьмы, странный туман, который сильнее яда. Сегодня я, Эли Люцифер, использую один год своей жизненной силы в качестве платы за то, чтобы проклясть Ралза Клинта. Я хочу, чтобы он, Эли, закрыл глаза и начал произносить заклинание. Ценой была его жизнь. К счастью, он был бессмертен. Что касается его цели, то это был Ролс. Проклятие было установлено. В то же время, в настоящее время Ролс стоял на поле волшебных трав и с улыбкой смотрел на большое поле волшебных трав перед собой. Производство действительно значительно увеличилось после обучения. Как только он собирался уйти, земля перед ним внезапно прогнулась. Ролс широко открыл глаза, когда упал. Вскоре после этого земля снова рухнула. Ролс поддерживал себя своими четырьмя конечностями. Ролс глубоко вздохнул и заглянул в углубление. Оказалось, что это гнездо змей. Дюжина ядовитых змей-демонов из нулевого кольца зашипела и запуталась. Это было близко. Ролс почувствовал, как со лба выступил холодный пот. Здесь гнездо демонических змей. Как только он собирался использовать инерцию, чтобы встать, огромная птица поймала в небе кабана. Внезапно дикий кабан вырвался и медленно упал на землю, как пушечное ядро. Что? Ролс был сбит с толку и краешком глаза посмотрел на него. Свинья? Свинья в небе? Глаза Ролза были широко открыты, но кабан уже подлетел и врезался ему в спину. Ущерб был невелик, но с этой небольшой силой почва перед ним снова изменилась. Нет. Ролс издал вопль, и кабан отнес его в змеиное гнездо. В то же время земля снова прогнулась и похоронила его. На следующий день, когда Эли снова увидел Ролза, он был в департаменте. Глядя на переднее тело Ролза, распухшее и покрытое несколькими ранами, и на его лицо, покрытое синяками, Илай рассмеялся. «Хм», — приглушенно сказал Ролс. «Ничего бы, если бы это были просто змеи из нулевого круга». Однако он был похоронен на глубине от 7 до 8 метров. Ядовитые змеи, в частности, сверлили и кусали где угодно. Ролс вспомнил, что произошло вчера, и весь дрожал. Психический ущерб был намного больше, чем физический ущерб. «Ролс, это мое лекарство. Это очень эффективно». Эли бросил зелье. Глаза Ролза расширились. Он не ожидал, что Эли проявит инициативу, чтобы дать ему зелье. Почему он почувствовал себя немного тронутым? Почему мне кажется, что Эли хороший человек? «Спасибо», — сказал Ролс, перенося боль. «Пожалуйста». Эли сдержал смех и вышел из отдела. Он расхохотался. У него не было выбора. Ему очень хотелось смеяться. Эффект от этого колдовства был намного лучше, чем предполагал Эли. Эли вдохнула холодный воздух. Он чувствовал, что, возможно, действительно выкопал клад. «Должен ли я попробовать еще раз?» Однако, глядя на дрожащего Ролза, Илай покачал головой и повернулся, чтобы уйти. Нехорошо так ранить хрупкого Ролза. Поэтому он развернулся и ушел. Ролз же, уходя, смотрел Эли в спину. Зелье, которое он только что принял, похоже, подействовало. Отек быстро уменьшался, яд тоже растворялся. Это зелье, вероятно, было очень ценным. Он хороший человек, заметил Ролс, когда Ролс вздохнул от волнения. В лагерь прибыли несколько человек. Кратос, на этот раз ты зашел слишком далеко. Абсолютный чернокнижник с одним кругом посмотрел на Кратоса и сердито сказал. На нем была черная одежда и пояс из змеиной кожи. У него было длинное лицо и черные глаза, похожие на ящерицу-людоеда, и он смотрел на Кратоса. Кратос кивнул, но не пошевелился. Новичка звали Майк Джалгер. Хотя он был всего лишь пиковым чернокнижником первого круга, он был послан сюда как представитель Академии Теневых Волшебников Ящериц. Его также послали сюда, чтобы наблюдать за лагерем, так что он не мог сделать шаг. «Да, да», — Кратос кивнул. Рот Майка дернулся, и он протянул руку, даже желая ударить Кратоса, но потом отдернул ее. У него не было выбора. Пока он не шевельнется, с ним все будет в порядке. Если бы он это сделал, его, вероятно, убили бы. «Хех, Кратос, Академия видела, что ты сделал. Кроме того, в прошлый раз вы пассивно сражались с чужеземным чернокнижником и дали небрежный отчет. Думаешь, я этого не видел?» Майк усмехнулся. «Не думай, что ты такой великий только потому, что твой учитель – декан Академии. Он уже стар, и его заменит в следующем месяце». Микель спокойно взглянул на него. «На этот раз он пришел сюда, чтобы посмотреть, сможет ли он занять это место». «О, мне еще есть чем заняться. Ты можешь идти первым». Кратос спокойно взглянул на него, а Майк почувствовал холодок в сердце и повернулся, чтобы уйти. Когда Майк ушел, Кратос покачал головой. «Мне еще нужно время. 15 лет должно хватить». Что касается Майка, пока он не заходил слишком далеко, он мог сделать что угодно. Но если он зайдет слишком далеко, он расскажет ему, что такое чернокнижник второго круга. Месяц пролетел незаметно. С тех пор,
Как Майк прибыл, лагерь сильно изменился. На этот раз Майк пришел не один. Он привел более дюжины своих людей, в том числе 5 или 6 официальных волшебников. Майк хотел захватить лагерь, и он проделал для этого много работы. Отдел зелий. Как насчет этого? Если вы последуете за мной, я могу дать вам больше преимуществ. Условия можно обсудить. Майк посмотрел на Эвелину напротив него. Каждый раз, когда он смотрел на нее, в его глазах был намек на жадность. «Извините, пожалуйста, уходите». Эвина нахмурилась. «Не будь таким бессердечным. Насколько я знаю, тебе всегда не хватало денег. Вот 50 магических камней среднего уровня». Майк вынул сумку, в которой были блестящие волшебные камни. Магические камни среднего качества были намного выше магических камней низкого качества с точки зрения магического содержания и качества, поэтому текущий рыночный коэффициент обычно составлял 100. То же самое верно и для магических камней высокого качества, которые были эквивалентны 100 магическим камням среднего качества, волшебные камни. Однако их было очень мало, и тираж почти не производился. Вытащив за раз 5000 низкосортных магических камней, Майк был, можно сказать, весьма щедр. Было видно, что он действовал не один, и была сила, поддерживающая его в этом. Лагерь, которым управлял Кратос, был самым большим лагерем Академии колдунов теневых ящеров, и ежегодная прибыль была очень высокой. Академия хотела поглотить его. «Подумайте об этом», — сказал Майк с улыбкой. Эвина так любила азартные игры, что часто брала деньги в долг, так что они ей точно были нужны. «Убирайся». Но, к его удивлению, Эвина лишь спокойно сказала. Что же касается волшебного камня, то она подобрала его и выбросила в окно за собой. «Мои волшебные камни». Глаза Майка расширились, и он тут же вышел за волшебными камнями. Несколько минут спустя он посмотрел на сумку, в которой не было нескольких магических камней среднего уровня. Он стиснул зубы и ушел. Это не имело значения. Если он не смог убедить Эвину, были и другие. Далее, волшебное деление растений. Итак, Майк отправился искать Эли первым. Но, увидев, что он не нашел его в течение 5 дней, Майк ушел с дергающимся ртом. Он нашел Ролза. «Извините, но я отказываюсь», — праведно сказал Ролз. «Хоть я и министр зелий номинально, на самом деле Эли, тот, кто управляет этим местом. Кратос доверяет ему больше, так что нет смысла вербовать меня». «Хорошо», — вздохнул Майк. «С людьми в этом отделе было немного трудно иметь дело». «А если вы менеджер?» — внезапно Майк задал вопрос. «Я могу это обдумать», — просто спокойно сказал Роллс. «Хорошо, я понял». Майк кивнул. У него, наконец, были некоторые достижения, но он не планировал ничего с этим делать. Сначала он спросит другие отделы. Вскоре вербовка Майка, похоже, дала результаты. Постепенно люди тайно приняли на работу Майка, и команда все еще расширялась, потому что все знали, что за Майком стоит его учитель, будущий декан Академии теневых чародеев-ящеров. И через 3 месяца остальными отделами были отдел зелий, отдел магических растений, отдел управления магическими реликвиями и 2 других отдела. «Каул, я хочу, чтобы ты нашел Эли». Как прошел разговор? В комнате Майк спросил колдуна первого круга рядом с ним. «Мой лорд, я встречался с ним, но он вообще не разговаривал со мной». «Волшебник первого круга по имени Каул», со вздохом сказал Майку. «Я понимаю». Майк кивнул. Остальные 2 отдела тоже были почти готовы. На данный момент колебались только Эли и Эвина. Им было трудно переубедить Эвину, потому что она была с Кратосом с детства, но они не ожидали, что Эли будет таким же, что поставило их в затруднительное положение. «Забудь это, я пойду найду его сам». Покачав головой, Майк приготовился лично навестить Эли. Следующий день Майк ждал у двери. Прошло время, дверь наконец открылась, и Эли вышел. Он взглянул на Микеля и продолжил идти. «Колдун Элай, я думаю, мы можем хорошо поболтать», — с улыбкой спросил Майк. «Мне особо нечего сказать. Можете ли вы позволить мне продолжать управлять этими 2 отделами в будущем?» Эли шел по дороге. Майк последовал за Эли, но когда он услышал, что сказал Эли, он был ошеломлен. У них тоже было довольно много людей, так как же они могли отдать власть Эли после захвата лагеря, да еще 2 отделов? «Извините, но мы не можем этого сделать. Но мы можем дать вам и другие преимущества, будь то родословная или магические».